Слышала? Это выстрелы, да? Салют, петарды, наверное. Да нет, это дробь. Странно, что папа в больнице у мамы, а кто-то стреляет без его ведома. Может, браконьеры? Не моя мама. Она это любит. А ты позвони ему. Папе звонить бесполезно. Он взял и прострелил свой телефон наспор за 1000 евро. Да? А это, кажется, за тобой. Приехали. У меня для тебя подарок есть. Да? Вот, это прочь черного страуса. Мать из Африки привезла, я украла. Ну, то есть не украла, а она мне подарила, а я тебе. А почему мать, а не мама? Потому что название у нее такое. А перо какое-то маленькое, как у курицы. Но у страуса больше. Дурак! Ну, дурак! У всех бывают маленькие перья. Ну, знаешь, как подшерсток новый. Ксения Витальевна! Я вашей маме клятвенно обещал, что вас домой не позднее 3 часов привезу. Если бы я не замерзла, ждали бы до утра. Иду. Ты меня любишь? Люблю. Пойдем? Пойдем. Болит живот, и что? Нет, что-то... А Игорь где? Ну как, на выпускном или дома уже? А мне поговорить с ним надо. Дай там у Калате телефон, Ваня. Принеси. Ну подожди, сейчас вот тебе все доделают, и тогда поговоришь. Да? Руку. Руку давайте. Вань, ты меня не слышишь, что ли? Я же попросила. Дай мне телефон. Несу, несу. Да, я Игорю позвоню и уйдите, а. Идите все отсюда. Не нервничайте, так вам нельзя. Спасибо. Идите. Алло. Привет. Как ты там? Елена Анатольевна, у меня к вам деловое предложение.
Давайте оборудуем стационарную беседку здесь. Ну, давай сделаем. Вот, мам, это тебе. Ой, какая красота. Какая прелесть, спасибо. Между прочим, они занесены в Красную книгу. Егорыч. Мам, ну теперь-то можно пострелять? Я бутылки вон там поставил. Сеня, ну какие бутылки? Я тебе 100 раз говорила, оружие — это не игрушка. Ты еще маленький. Я не разрешаю. Тогда я хочу домой. Мне скучно, вы опять будете рассказывать тупые анекдоты и пить. Что за бунт? Ну, пусть стрельнет разок, Елена Анатольевна. Я помогу. Давай, убирай ружье. Правда? Правда. Какое брать? Ну, какое нравится. Можно это? Можно. Возьми то, которое с краю, помповое. Не ошибешься. Аккуратнее. Осторожно. Валера. Ну, вы хорошо. Ничего, ничего, я его в возрасте. Ну, где у тебя там бутылки? Вон стоят. Слышу, да. Да, все прошло хорошо. Хорошо. Я иду домой, да, Ли. Через лес. Ну, еще не дошел, сейчас приду. Что? А что такое там? Да нет, нет, я тут. Какие-то выстрелы просто. Я вообще первый раз стреляю. Стань шире. Мама никогда не разрешала. Руку на цевьё. Так страшно. Так. Да так получится, что не я стреляла, а вы. А я сам хочу. Да ты и будешь стрелять, я вообще глаза закрою. Просто отдача выбьет тебе плечо. А стоя вместе, отдача пойдет на общую массу. Понятно? Ну, вы тогда глаза закройте. Хорошо, закрою. Сюда целиться? Наведи мушку на бутылку. Навел? Ага. Так. Так страшно. Все, Сеня, соберись. Вдохни, выдохни. 2 секунды подожди. Палец поставь на курок. Давай, не бойся. Попал? Ну вот. О, попал? Попал? Мам, ты видел прям бутылку? Все разлетел? Молодец. Валера! Все равно получилось, что не я стреляла, а Валера. Да а ладно. Я сам хочу. Я все примерно понял. Да нет, нет, все, одного раз достаточно сегодня. Ну ладно, ну пусть стрельнет еще разок. Видишь, мужской гормон охотника в нем проснулся. Давай, сын. Все помнишь? Да. Подведи. Давай. Приклад на плечо, ага. Ноги шире. Да. А вы уйдите. Я все помню. Мам, ну не все, мешайте. Все, все, уходим, не мешаем тебе. Уйдите туда. Да не смотрим мы, не смотрим. Люди какие-то. Много их. Ну, мне тоже заиграл гормон охотник. Сына? Сын, что там? Игорь? Дядь Валер, это я его подстрелил, да? Нет. Дядь Валер, это я? Нет. Я его подстрелил. Браконьеры! Залимай сюда! Ну-ка, иди сюда. Быстро иди. Да. Паша! Паша! Ваня! Вань!
Иван! Да, что? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Такой, ты... Где телефон мой? Телефон мой где? Я не знаю, я тебе же его отдам. Да? Собирайся. Собирайся да, домой. Куда? Домой, и езжай. Езжай домой, езжай. Анюта. Езжай. Анюта. Езжай, сказала. Домой. Домой, домой. Егорыч! Иди сюда. Вам парня убили. Вижу, Елена Анатольевна. Это факт. Не ребенок это же случайно. А что делать-то? Ментов вызывать и скорую, без вариантов. Подожди, подожди. Ну-ка, иди сюда. Скоро ментов, это понятно. А дальше-то что делать? Что дальше будет? Взрослым обычно за такое дают 1,5 года условно. Лена. Бывают, конечно, нюансы, могут и посадить, Лена. Если нет. Валера, посиди, я тебе говорю. Послушай, Егорыч, а давай ты все возьмешь на себя, а? Как будто это ты стрелял. Ну, ты же знаешь, что я всем заплачу, всем, кому нужно. Есть одно но. Что? Мне всю жизнь придется ходить с клеймом убийцы. Вы представляете, каково это мне? А каково ему? Ему 13 лет. У него вся жизнь впереди, он совсем маленький. А ты взрослый, у тебя психика устойчивая. Я тебе дам денег столько, сколько ты хочешь. Да лично мне деньги не нужны. А что тебе нужно? Я егерем хочу стать. Кем? Егерем. Нет, это Иван вот где сидит. Кстати, это его сын лежит. Он здесь без году неделю. Этот Иван, он мое место занимает. Я здесь родился, вырос. Я всю жизнь провел в этом лесу. Этот мальчик сын егеря? Давай, давай. Стоп, стоп. Куда, куда? Нина, куда ты ее? Я к сыну еду, мне срочно надо. Подождите, стоп. Ваш муж туда уже уехал. Пусть он поехал, и я поеду. Там мальчика мы его стреляли. Что Господи, может делаете? Быть, ранили, а может быть, и убили. Что за глупая фантазия? Что, подождите. Мама? Буду здесь сидеть? Что? Сейчас для вашего блога самый тяжелый момент. Вам сейчас нельзя волноваться, двигаться, не надо. Я вас столько сделал же всего, чтобы вас не было ни кровотечения, ни выкидыша. Ну, чтобы не летального исхода, чтобы не было. И только этого не хватало. Уйдите, не мешайте мне. Вы лучше машину дайте мне какую-нибудь, чтобы я уехать отсюда могла. Ну, ты мне скажи, что нужно делать сейчас? Сейчас. Нужно всем забыть, чтобы пацану стрелял кто-то из наших. Так. Ну, проходил какой-то чужой охотник, пульнул и смылся. Может, поддатый был или что-то в этом роде. Наши никто не видел. Мы хорошо. Кабана жарили. Сынишку нужно срочно домой. Ну, не было его сегодня в лесу. Угу. Лично я его здесь не видел. А если вдруг что-то всплывет, то скажу, что я маханулся. Ну. Все, отлично. Я провожу беседу, а ты вызываешь, кого надо. Хорошо? Хорошо. Это лишнее. Валера, пошли. Валера! Да. Что надо? Что? Чего вы долбите?
Неужели непонятно, что если не открывают, значит, мероприятие? Это вам не аптека, это морг. Кто вы такие? Не ори, у меня сын тут. Я не готова рассуждать. Пошли. Фу. Сладкое, пожалуйста. Это вам, Елена Анатольевна. Я вообще-то сладкое не люблю. Особенно за прокурорский счет. Вы мне лучше скажите, кто конкретно занимается этим делом. Наши люди занимаются. Один московский следователь приехал сюда отца хоронить. Ну и заодно попросился поработать. Он мне, можно сказать, обязан. Это хорошо. Молодой? Да, молодой, грамотный. Мы с ним третье дело ведем. Я вам вот что скажу. Молодые московские скоро уедут, а мы с вами здесь останемся, правда? У вас связи в своих кругах, а в области совсем другие руководители. Я, может быть, постепенно познакомлю вас со всеми. Глядишь, и с семьями задружимся, ну? Да я разве против, Елена? У вас там кровь, что ли, выступила? На губе. Вы что? Откуда там кровь? Сейчас посмотрю. Это помада. Вы, оказывается, шутник? И просто близорук. Забавно. Тогда я, с вашего позволения, откланяюсь. Мы предварительно обо всем договорились ведь, да? Вы мне звоните, как будет идти дело, хорошо? Ну, конечно, конечно. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Дальше. Налево, пожалуйста. И еще раз налево. Ну вот, это там. Свет, я сейчас включу, если что. Вань, денег дай. Да не здесь. Одну меня оставьте. Пойдем. А вы женщина тоже.
Сень, уйди, не мешай мне. Это кто? Никто. Парень это мой. Был. Убили его, просто взяли и тупо подстрелили. Ну уйди, просила же. Ксюш, опять? Что стоишь, сказать что-то хочешь? Хочу. Ну говори и вали быстрее, я жду. Раз, два, три. Это я. Что я? Сень, ты оглох, телефон звонит. Да. Алло, да, мам. Хорошо. Нет, ну ты мне по-человечески объясни. Что, вообще ничего сделать нельзя? Игорька же убили. Ну, мне молча что, заткнуться? Было же убийство. Пока ничего не известно. Ведет следствие. Кто стрелял, тоже неизвестно. Как неизвестно? Ну, точно они. Там чужих в принципе быть не могло. Эх, ты знаешь. Ваня, Ваня. Теоретически могло. А вообще, ты мне извини. Игорька твоего нет живых, и с этим придется как-то жить. Это во-первых. Ну, а во-вторых, убийства не было. В смысле? Да не в смысле, Ваня, по сути. С 1960 года в нашей родной федерации все, что намеренно, есть убийство. А все, что случайно, по неосторожности, причинение смерти. Разницу сечешь, то-то. Вот отсюда и мягкие наказания, в основном условные. Иван Васильевич. Дорогой, все, что я могу сделать, я обещаю тебе, помогу. Но вот на данный момент, на сейчас, ну глухо, как в танке. Ну, честно тебе говорю. Ну и вообще, месть не есть выход. И для души это тебе ничего не даст. Ты уж мне поверь. Иваня, ты жену свою притуши. Я понимаю, что я сейчас не до того, чтобы нотации твои выслушивать. Анька обещала утопиться, если их жестко не накажут. Она в мобильнике их голоса слышала, еще детский какой-то. Коль, ну ты меня пойми, ну ты же свой, а? Ой, Ваня, ты дураня. Это на рыбалке, когда мы с тобой водку жрем, я свой. А когда на работе, да опасные преступления. Не, извини, брат. Да и, кстати, мобильника никакого не найдено, так что все это фантазии твоей супруги. Все, что ты сейчас сказал, я забуду. Иначе вообще всем верить перестану. Ну, и что? Что-что? А ты-то что, расштокался, а? Че ты расштокался? Тебе сказано было, что это наверху дело курируется? Было. Так давай, дуй, работай. Тебе хорошо, ты тут новенький, залетный. Никого тут не знаешь. Накопай на этих что-нибудь лишнего, отчитайся. Это мне головняк и сердечная боль. Я все ж как-никак с ними с самого детства. Стыдно, конечно. Стой здесь, жди. Ксения!
Леша, стой! Ксюша! Зачем ты туда пошла? На кладбище? Объясни мне, зачем? Что тебе надо? Говори быстрее, вали домой! Я не сказать хотела, а вернуть тебя хотела. Я же нормальный человек. Я все понимаю. Отстань от меня! Ты не понимаешь, что жизнь намного сложнее, чем кажется. Ну зачем ты туда идешь? Пожалуйста, я тебя прошу. Ну что ты там нового увидишь на этом кладбище? Ты мне попрощаться запретила? Я тебя послушала, но сейчас там никого нет. Просто постою 5 минут и все. Почему я не могу побыть там одна? Почему? Потому что так надо. Потому что я старше тебя. Потому что у меня было подобное в юности. Я запрещаю тебе туда ходить, ты поняла? Запрещаю! Ты с моим отцом так же верещала, когда прогоняла его из дома. А обо мне ты подумала тогда? Дура ты! Он сам от меня ушел. Он алкоголик был. Алкоголик. Просто ничего не знаешь. Подожди! Ксюша! Ксюша! Что с тобой? Что с тобой, моя девочка? Аккуратный журнал. Много, правда, пустых чисел. А те, что прописаны подробные. Но все-таки, где вы были в момент несчастного случая? Да я же уже говорил. В городе, в больнице у жены. Она у меня на 9-м месяце. Господи, ну вы же должны понимать. Ей 44 года. Ну, в смысле, 43. Она у меня на сохранении. Ну и сейчас же она здесь. А вы бы в больнице лежали, если бы сына потеряли. Свои-то дети наверняка есть. А вы не горячитесь, Иван Васильевич. Я всего лишь на работе. Мне нужно с ней поговорить. Просто поговорить. А детей нет. Своих уж тем более. И жены-то у меня нет, если честно. У вас есть. Она у вас красавица, только очень бледная и растерянная. Да куда вы все бегаете-то? Вы должны о ней заботиться. Вы мужчина, стена. А от вас, извините, пахнет. Я все, конечно, понимаю. Ладно. Позову. Анюта! Анют! Вот это! С тобой поговорить хотел. Я пошел. Ну, смотри, если с ней хоть что-нибудь случится, я тебя не пожалею, имей в виду. Буду иметь. А ружьишко-то, может, зря прихватили? Вы все-таки прилично выпивший. Я здесь егерем более 8 лет, и не вам меня учить. Здрасте. Здрасте. Третий раз уж здороваемся. Не третий, а всего второй. Давайте присядем. Насиделась. Говорите.
Не должен я был тогда ехать в роддом. Не должен. Ты батарейки просил купить. Училка твою до сих пор не поздравил. Прости. Прости, Игорюха. Придурки! Ну я же застрелить мог! Ну просил же не подходить близко, я не в себе! Идите отсюда! Уйдите, я сказал! Мне плохо стало, у меня кровь там пошла. И думали, что плод замер, нужно роды искусственно вызывать. Врач Ваню нашел, позвонил сыну Игорю на мобильник, и Ваня приехал. Больше мы с ним не расставались. А подозреваемая вами страна говорит, извините, что видели Ивана еще до того, как кабана забили. Он был навеселе, даже пел и просил у них виски, причем в долг. Что? Да в своем уме-то. Им выгодно сочинять, вот они и сочиняют. Вы спросите у врача, а у сестрички, у кого угодно, что Ваня у меня в палате был. Слушайте, да что вы только к нам ходите-то, а? Спрашивал уже. Никто не может точно подтвердить, что ваш муж был в палате конкретно в момент несчастного случая. Я что-то не понимаю. Вы что, Ваню подозреваете, что он, собственно, сына пристрелил? Да вы на себя в зеркало-то смотрели? Да я-то здесь при чем? Какое еще зеркало? Я-то чем вам так не приглянулся? Рожей, извините, конечно. И тем, что вы тут говорите. Заплатили вам, да? Я говорю, Иван позвонил сыну с моего мобильника. Я с ним разговаривала, я слышала этот грохот, выстрелы, голоса. И голос Егорыча там точно был, ребенок какой-то. И еще этой молодой женщины, эта наглая тварь такая. Да вы не нервничайте. Вам вредно. А телефона никакого не найдено. Да, на вашей симке есть звонок примерно в это время. Но это ваш телефон, а не вашего мужа. Да он прострелил свой телефон из карабина наспор. Сколько можно раз говорить-то уже? Знаете что, Анна? Мой вам совет, забудьте эти все сказки про телефоны и звонки. Только против себя настройте суд. Я понимаю, вам надо за что-то цепляться, но это, знаете, не те аргументы, чтобы... Уйдите. Я по-хорошему говорю, уйдите, а то собак спущу. Я вообще должен был вас вызвать повесткой к себе. Но я, как видите, иду навстречу. Приехал сам. Хотя у меня полно других дел в городе. Я, Анна Александровна, вас понимаю и сочувствую, поверьте. Но все-таки дождусь вашего мужа. Зачем? А он вот выпивает, и при этом по лесу с ружьем ходит. Это как, нормально? А вам за что до этого? Он егерь. Насколько я знаю, он отпуск взял в связи с тем, что у вас срок. А сестрички, между прочим, сказали, что накануне вечером он их коньяком угощал. Это так, к слову. О! А вы еще здесь? Анют, а борщ? Ты же вроде собиралась. Да соберешься тут, видишь, я чем занята. У меня уже накрошено давно, свекла сварена. У тебя ружье хотят отобрать. У меня? Да ради бога, у меня их 5 штук. А зачем? А затем, вот сейчас потолкуй с товарищем, как поймешь, так опупеешь. Для начала я попросил бы вас не ходить с ружьем подвыпивший. Тем более сегодня, когда эти же люди, по идее, в лесу будут. Какие эти люди? Те самые, о которых вы сейчас подумали. Что ж, после всего этого они еще на охоту приедут, что ли? Откуда вы взяли? Журнал ваш. Сами посмотрите. Сегодня в 2 часа. Будут они или нет, мне неведомо. О! Так что походите пока без ружья. Анют, ну ты насчет борща там сообрази, а мы тут с товарищем пока потолкуем. Тогда товарищу борщ-то придется подождать 30 минут.
А я подожду. Хотя борщ не люблю. Присаживайся. 50 грамм. Кладбище – тема запретная. И тем не менее. Да алкаши местные там шарились, по могилам лазили. Вот я их шуганул. Нечего там делать. И часто вы на алкашей охотитесь? Хотела сказать. Если честно, мне вообще немного не по себе. Здесь случайно убили парня. И все мы косвенно в этом виноваты, да? Так что давайте сначала помянем его. Поедем. Туда не будет. Людям ближайше, что там. Сейчас. Давай сюда. Хорошо.
Нет, что случилось? Да, обожглась, и помоги тут мне. О, устала я сюда. Угорела полчаса, я тут у печки стояла, пойду. Пустите уже. Ну, я же говорил вам, вот видите, какая она. Случилось то, чего вы ждали давно. Фирма приносит вам свои извинения, но лучше поздно, чем никогда. Правильно? Ну, так я не поняла. Вы пиццу привезли, что ли? Пицца в прошлом. А-а-а. Колясочку вам привез. Колясочку — это хорошо, только я не родила, примет плохая. Да у нас уже и денег нет. Шутите, изволите. У вас полная предоплата. Осталась мелочь за установку. Ну, это копейки. Я установлю. А где ваш муж? Вань! Да иду, иду, иду. Ты даешь, конечно. Чего? Спасибо тебе. Здравствуйте. Иван Васильевич, пойдемте. Вот бумаги. Я сейчас колясочку присобачу, куда нужно. Вы вот здесь вот распишитесь, пожалуйста. Вот. И потом... А где расписываться? Как вы чувствуете себя? Не подлизывайтесь. Не-не-не, давай сначала посмотрим. Ну? Ну, отлично! Дайте. Слушай, ну я... Ну, подпишите, пожалуйста. Давай, давай, вынимай, вынимай. Подпишу. О, ну я теперь прилажу ее вообще... Ваня, ты знаешь, что за установку-то платить надо? Да? А сколько? Ну, я же еще агрегата не видел. А, так сейчас. Ну,
Может, домой? Не-не, да я на воздухе. Ну, давай, давай. Сижу, подышу немножко. Чего ты? Ага. Там, видимо, к вам идут. Что-то у вас сегодня много гостей. Капитан Селезнев. Что стряслось, господа? Стреляли 20 минут назад. Женщину ранили из нарезного. В бедро попали. Прилично так задето. Любопытно, печально. И что, какие версии? Тут двое местных бутылки в лесу собирают. Так говорят, егеря за кустами видели. Но он потом куда-то исчез. Так это, перепутали они. Это на кладбище было. Лазили там по могилам, я пальнул пару раз. Ну, алкоголики. Угу. А вас тоже на эту тему разное говорят. Вот, например, фляга у вас была. Да и мотив тоже мог быть. Других в лесу не обнаружено, верно я говорю? Абсолютно верно. В любом случае, далеко уйти они не могли. Здесь, ближе всего, автомобиль было бы слышно, но была тишина. Когда, говорите, это случилось? 15-20 минут назад. Я тут больше 3 часов, Иван Антонов все время находился мне на виду. Да, он уходил в 1:25 на кладбище, как я понимаю. И имел при себе ружье. Ружье вон висит. Но вернулся он в 2:07, а сейчас ровно 3. Следовательно, с ваших слов, стреляли в 2:40, в 2:45. Несостыковочка. А она? Анна Александровна здесь была неотлучна. 10 минут назад приехал фургон с молодым человеком. Других людей тут не было. Люльку мне привезли. Сереж, ты ружьишко глянь, а я пойду дома смотрю. Что это? Я против. На каком основании, собственно? Ничего, пусть покопаются. Водички. Пожалуйста, товарищи, не жалко. О, это разумно замечено. Прошу никому никуда не уходить. Извините, и вас это тоже касается. Уйдите все, я говорю, уйдите, а? Не, ну я, конечно, дико извиняюсь, но я коляску должен сделать. Ничего не надо делать, Ваня все сам сделает, у нас денег нет. Вы подозреваем, поедете за нами. Тихонечко, следом поедете. Не, ну это вообще беспредел, вы что творите-то, оборзели совсем. А вот хамить не надо. Дело серьезное, пулевое ранение. Давайте несите стволы, проверим, вернем. Сколько их у вас? 4. У меня, да, в бумаге там в столе все лицензии, 3 в доме, 1 вон у вашего. Ну вот. Знаете что, капитан? Да? Я же вам сказал, где и во сколько егерь Антонов находился. Или вы мое здесь присутствие игнорируете? Считаю, что Иван Антонов имеет право требовать адекватных нейтральных понятых. В противном случае у вас могут быть проблемы, ясно говорю? Хорошо. Будут вам нейтральные и адекватные понятые. Но никому никуда отсюда не уходить. Это в ваших же интересах. Понятно? Сережа, давай подежурь здесь. Покури. А я отъеду. Если что, я позвоню. Все. А вы есть-то не хотите? У меня борщ свежий. Подогреть? Нет, спасибо. Не положено. Да, мы обедали. А. Ну, я так и не понял, что было-то? Кто в эту бабу стрелял? Вань, что-то не понял. Тебя подозревают. Меня? Да. А может, и меня. А вообще, может, это следователь наш стрелял-то? Меня подозревать не будут. А Иван не стрелял, у него стволы другие, время не совпадает. Да и вам беспокоиться не о чем, у вас свидетель есть. Так кто ж свидетель мой? Поддатый муж, что ли? Почему? Есть другие. Уж не вы ли? Я? Почему нет? Про стволы вы откуда взяли? Речи об этом не было. Слышно было. Звук другой. Когда вы борщ варили. Борщ? А при чем здесь борщ?
Борщ как раз ни при чем. К слову пришлось. Пойду прилягу. Да, ага. А че это у вас с Анютой там какие-то полнамеки? Какие намеки? Боже упаси. Фу. Просто жена ваша устала сильно. Жду вас завтра у себя в 11. Ясно? Пораньше, а? Ну так ты просила тебя разбудить, вот, вместо будильника. Вообще не спал, да? Ты-то прикрутить успел, а это когда? Ну чё ты, лампочка, лампочка. Сейчас 5 секунд, делов-то. Знаем мы твои. Ой, Ваня, что у нас за жизнь такая, а? Сына убили, никому дела нет. Пируют, жируют, по людям стреляют, даже по своим. Все как с гуся вода. Это все от денег. Ай, все от денег. Вот как ты думаешь, кто Гарька нашего убил? Сердце чует мое, что это ихняя стриженная принцесса. Ну, что ты такое говоришь? Ее он саму подстрелили. Да знаем, это только для отвода глаз. Они все лживые, хитрые. На все что угодно пойдут, лишь бы выскользнуть. Они ж тебя обвиняют. И еще увидишь, сами будут жировать, а тебя посадят. И меня еще заодно, как соучастницу. И будем мы с тобой всю жизнь по тюрьмам мыкаться. Ну, что ты переживаешь? Я же не виноват. Ну, и следователь там сказал, он где я был, когда. Прям по минутам все расписал. Вань, какой дурак ты у меня, а? Что ты по минутам? Ты с этим следователем что, в разведку ходил, на брудершафт пил? Он и вашим, и нашим такой. Тоже денег хочет. Да что ты все про деньги? Заклинило, что ли, тебя? Ты еще, может, хочешь, чтобы я олигархом стал? Не буду я никогда. Да и не дай бог. Не надо мне. А. Знаешь, Вань, не деньги. Я справедливости хочу. Жить мне тошно. Мне сейчас надо о ребенке под юбкой думать, а мне утопиться хочется. Ну что ты такое говоришь-то? Тебе переживать нельзя вообще. Угу. Знаешь что? Пойдем-ка в дом, я тебе кашу сварю. Кашу? Да. Вань, какой ты у меня хороший. Пойдем, пойдем. А эти откуда они взялись-то, скажи? Я смотрела у тебя в журнале. Они меньше года у нас стали охотиться, да ведь? Откуда их чума занесла? Ну? Черт его знает. С Урала, по-моему. Да? Ну, там, помнишь, у нас высотка строилась? Ну, вот они там квартиру купили, у него муж богатый. Да знаю я его, он у нас учился в школе, тюфяк такой. А это, она, короче, с собой вот этого молодого привезла, шашни крутит. Ну, вот этот вот, который индюка включал, вот с бородкой, козел такой. Слушай, откуда ты сплетни эти берешь, честное слово? Хуже бабы. Да что, какие сплетни? Ничего не беру нигде. С Егорычем там сидели, отмечали, вот он мне рассказал, все. Не водись, Егорычем, я тебе запрещаю. Ты что, не понимаешь? Он же с ними тогда был. А он ничего не знает, ничего не видел, сволочь. Он родину за рубли продаст. Деньги за 2 месяца вперед. И на новый шлем тоже. Пожалуйста, давай ты не будешь больше говорить мне глупостей. Ты еще маленький. Ты очень многих вещей не понимаешь. Мам, ну стрелял-то я. Да и Валера говорил, что маленьких детей не сажают в тюрьму. Их просто воспитывают, пока они не станут совершеннолетними. Разве не так? А ты знаешь, что пока малолеток воспитывают, их родители в тюрьме сидят? Ты хочешь остаться без мамы и без папы? И так, без папы. Один Валера, Валера, Валера. Сеня. А папы нету.
Вечно у него какие-то дела или у него врал. Ночует редко. Не, ну, Валера хороший, но я не малолетка. Ты меня так никогда не называла. Ты меня тоже только что обидел. Даже не заметил. Ну ладно, мам. Ну, прости, я не хотел. Ну, случайно вырвалась. А ты что, подслушивала? Нет, куртку искала. У нас из звуконепроницаемых стенок пока не поставили. А куда ты намылилась? В институт. Сегодня день открытых дверей. Я тебе говорила, но ты, как всегда, не запомнила. Развлекайтесь, родственники. О, опять пасьянс раскладывают. Деньги портят людей, особенно подростков. Чао. А ты это, когда к следователю-то собираешься? Да сейчас прямо поеду, как раз успею. Ну, это я с тобой. Зачем? Тебе-то там что делать? Дорога тем более такая. Так, женскую консультацию. Я, знаешь, уже сколько пропустила. Покатаешь? Обновим? Ну, сначала кашу. Кашу. Только вместе. Ганька, как я тебя люблю. Ой, Ванька, тебе же нужно сейчас готовиться и о следователе думать. И что мне про него думать-то? Ты мне знаешь, что лучше скажи? Ты вот вчера там начала говорить про 4 ружья там у нас. Вот. Так 4 есть, и все документы в доме. Да по документам понятно. Но ты на заимке, помнишь, нашла пыжиковую шапку и ружье, помнишь? Ну, ты же сам сказал, что оно ржавое и выбросил куда-то. Ты что, с ума что сошла? Я с головой не дружу ружья выбрасывать. Это же... Вань, не ори на меня! Какой ты злой, когда не выспатый. Не буду я твою кашу есть. Жди меня здесь, сейчас переоденусь и приду. Тоже мне. Не будет она мне кашу есть. Куда она намылилась? Вы меня доведете. Я когда-нибудь с балкона прыгну. Мама, у нас нет балкона. Молчи! Ты вообще устал, нервный. И тебе отдохнуть надо. Мам, какой отдых? Я и так вторник, между прочим, из-за тебя пропустил. У нас скоро чемпионат. А знаешь, какая дисциплина? Да я еще пока не за решеткой. Что? Что ты говоришь? Что ты вообще говоришь? Ты понимаешь или нет? Где мой спортивный костюм? В стиралке. Подожди, ты что, собираешься за Ксюшей бежать? А если она все слышала? Она такая хитрая, вся в своего папашу. Да я не понимаю, почему ей нельзя знать, что произошло? Да, понятно, она злючка еще та, но она все-таки моя сестра. Пусть и единокровная. Во-первых, не кричи на меня. А во-вторых, не единокровная, а единоутробная. Я тебе 300 раз повторяла. Да какая разница? Большая. Мать общая, отцы разные. Ты отца ее не видел. Стоматолог. Ладно, ладно, все. И что теперь? Ей нельзя знать правду? Она ничего не должна знать. Никто ничего не должен знать. И ты об этом забудь. Ничего не было. Вы что, все правды хотите, да? Вы обо мне подумали? Я и так хожу с простреленной ногой. Совсем мне не жалко? Thank you.
Ни хрена себе. Вот этот поворот. Здравствуйте, Вячеслав Егорович. С кем вы тут так эмоционально разговариваете? Сам с собой, а что, нельзя? Да не, ну что. На природе можно и спеть в одиночестве. А вы что здесь делаете? А вы? Хороший ответ. Вам бы следователем работать. Угу. Мерси. Ясно, что за мной следили. Подозреваете, в чем говорите, не стесняйтесь. А я всех подозреваю, вас в том числе. Работа у меня такая. Это что за ружишко? Дайте-ка мне его. Ваше? Ружишко, говорю, дайте. Я предполагаю, что из этого ружишка аккурат по Елене Анатолию не палили. Что вы говорите? Держите, очень похоже на то. А по мне так могли из него стрелять по сыну егеря. Странные вы люди, следователи. По этому пацану стреляли из ружья, а это карабин. И смешно слушать даже. Хорошая у вас память, Вячеслав Егорович. Неплохая. Вот мы пальчики проверим. Если там, кроме ваших и моих, еще чьих-нибудь не окажется, придется вас подозревать уже не без основания. Интересно, да в чем? Что я по Елене палил? Ну, конечно. Вы так лихо это ружье нашли, что оно явно ваше. Какой мне резон палить по Елене? Я ее обслуживал как егеря, между прочим, не за бесплатно. Я заинтересован, чтобы такие люди, как Елена Анатольевна, приезжали сюда охотиться как можно чаще. Она женщина щедрая, я таких уважаю. Странно вы рассуждаете. А что за следы? Я вот, к своему стыду, никаких следов не обнаружил. Да вон, велосипедная. Присядьте, приглядите. Кстати, очень схожи с Лайбой Ивана. Mm-hmm. Это так, к слову. А вам какой резон тут частным сыском-то заниматься? А мне лишний рубль не помешает. Mm-hmm. Это законом не возбраняется. Сами знаете, какая сейчас нынче жизнь и какие зарплаты. Я не знаю, какая у вас, а вот лично мне моей, что прокормить семью, не хватает. Сказать, сколько получает помощник Игоря? Вы лучше скажите, дети этой вашей Елены Анатольевны тоже здесь были тогда? Что это за глиматья? Вы меня уже спрашивали. А я еще раз хочу спросить. А я не хочу по 100 раз отвечать на одни и те же вопросы. А я хочу услышать один внятный ответ. Пару раз спросил всего. С чего вы так вдруг нервничаете, а? А того. Нечего вмешивать детей туда, где их не было. И вообще, я вам так скажу. Если вы вдруг насочиняете чего лишнего, я готов этот выстрел на себя взять. Ого. Да. А что? Зачем бедных детей мучить и раненую мать? Значит так, я могу идти? Можете. Пока. Пока. Ну все, тормози. Здесь, да? Ага. Слушай, солидная контора. Дорогая, наверное, у тебя денег-то хватит? Ну да, осталось еще немного. Помоги, Вань. Ага. И ты там, Вань. Тихонько. Перед следователем не лебези. Пусть они сочиняют все, что хотят, ты помни, что правда за тобой. А ты у меня гордый, да? Не знаю. А я знаю. Ты у меня орел мой. Танкист и орел. Ну все. Тебе ни пуха, ни пера. Одно распечатайте и подшейте, чтобы не развалилось, как у вас все обычно. Один раз случайно рассыпалось, теперь что, вечно вспоминать? Там видно будет.
Меньше вопросов и капризов, больше дела. Товарищ следователь. О, давно ждете? Извините, надо было экстренно за город отъехать. Кузнецова, что-то еще? Сергей Сергеевич. Мы на работе. Видите, такая работа, что сам себе не принадлежишь. Да это хрен его, когда сам себе не принадлежишь. Вот то ли дело... Иван Васильевич, много говорите, и все не о том. Что-нибудь случилось за сутки? Случилось. Пойдемте. Бардак какой-то. Дверь закрывайте. Это сломалось? Ох, плохо. Да не обращайте внимания, тут постоянно такое происходит. Кузнецова! Ой, мама, дорогая. Я же много раз просил эту дверь починить. Я сейчас сантехника позову. Никакого сантехника. Мне дверь надо починить, а не унитаз. Я понимаю, но других мужиков у нас нет в наличии. Ну ничего, рукастый такой, разберется. Нормальный мужик. Не там вы нормальных мужиков ищете, понятно? Идите и зовите кого хотите. Так это, может, я сам ее как-то починю? Идите уже туда, Иван. Ну не молчите, рассказывайте. Так я это, не молчу. Я наоборот спросить хочу. Нашли кого? Ну, кто стрелял? В кого? Как в кого? В сына моего. Так, давайте по порядку. Я буду говорить, а вы спокойно помолчите. На меня тут сразу два дела свалено. Оба по вашу душу. Два заявления, оба на вас. Первое, будто вы в нетрезвом виде стреляли по гражданке Стрельниковой Елене. Я? Спокойно. Я же попросил. И второе. Суть, короче, такова, будто вы сами стреляли в собственного сына. Да вы что, с ума что ли? Спокойно, это не я придумал. Оба дела очень серьезно заявлены. И проплачен очень толковый юрист. Я думаю, не только он один. И, кстати, я вам об этом не должен говорить. А наоборот, должен не говорить. Понимаете? Знаете что? Даже если на секунду предположить, что это я стрелял в своего сына, хотя это бред полный, тогда объясните мне, зачем я в эту бабу стрелял? Или я как напьюсь, как маньяк, по людям стрелять начинаю, так что ли? Возможная версия. Но есть и основная. Именно для того, чтобы обеспечить себе алиби, которое вы сами только что озвучили. Какое нахрен алиби? Да то самое! Что вы себя дурачка-то строите? Хорошо, я ржую. Расстреляли по женщине, значит, думали, что она. И мстили за сына. Раз думали, что она, и мстили. Значит, это не вы стреляли в первом случае. Понятно объяснил? Да вообще ничего не понятно. Ё-моё. Знаете что, Иван Васильевич, действительно, займитесь-ка лучше дверью. От вас никакого толку. А я вам не прислуга. Сами разбирайтесь. Да и вообще, вам не западло будет, если вам двойной убийца здесь дверь вешать будет? Совесть есть у вас? Сердечко-то не скребет? Нет? Есть немного, скребет. Но вы не заводитесь. Я знаю, что не выстрелили. Более того, я знаю, кто стрелял. По крайней мере, в Елену. Да? И кто?
куда? К Стрельниковым. Дома кто, не знаете? А что нужно? Кто дома, тот и нужен. У меня времени нет, женщина. Эх, резвая какая. Я тут за консьержку. Мальчик? Мальчик? Говорю, у тебя мальчик? А, да. Врачи говорят, мальчик. Короче, хозяйка вроде поехала в прокуратуру. В нее стрелял кто-то. Сын у нее мотоспортом занимается. А муж вообще редко бывает. Деловой. А ты не Ксюшина ли тетка? Да-да, да. О, видишь, память, не тужурка. Она в институт поехала. Ага. А в какой институт? Здрасте. У нас один, муспед. Да, у нас сегодня день открытых дверей. А у Ксюши слух. На, вот тебе витаминчик. Да не надо, спасибо. У меня... Так я не поняла, дома нет никого? Нет никого, да. Спасибо. Может, что передать? Нет, спасибо, до свидания. До свидания. Пока все против вас. И здесь все тоже. Кроме меня, кстати. Ага. Понятно. Вам, наверное, просто денег надо. Так вот, я вам сразу скажу. Денег у меня нет. И не предвидится. И занимать не буду. Да и не у кого. Да не нужны мне ваши деньги. Не в этом дело. Жена меня ваша смутила. В том смысле, что жалко стало. Обоих вас жалко. Первый раз со мной такой, теряя квалификацию. Что, вообще пурга какая-то? Пурга, не пурга, вам светит. Приличный срок, вы это хотя бы понимаете? Да ладно, не пугай. Давайте лучше водички налью, а то... Да не надо, она тут 3 месяца стоит, давно стухла. Да и не в этом дело. А в чем? А в том, что я там нашел ружье. За вами оно не числится. Но экспертиза мне дала отпечатки пальцев. И пока я один знаю, чьи они. Мои, что ли? Жены вашей, Анны. Пальчики, понимаете? Анны? Да. Подожди, подожди, подожди. Что-то я не понимаю. А как они попали к вам-то, отпечатки жены моей? Взял с тарелки от борща. Помните? Борщ распрекрасный. Уже не обессудьте, я у вас тарелочку украл. А еще следы велосипедные там, от вашего велосипеда. Что с вами? Иван Васильевич, что такое? Вам плохо? Сегодня день открытых дверей. Что это такое? Объясню простым языком. Многие из вас пришли сюда в глубине души, подразумевая, что, мол, все равно возьмут своих проплаченных или блатных каких-то, но не меня, так? Эй, кто тут подсматривает? Давайте. Или заходите, или закрывайте дверь с той стороны. Здрасте. Ну, давайте, проходите, проходите.
Девушка, я так поняла, что это к вам. Ну идите, идите, идите. Поговорите с женщиной, ну может помощь какая-то нужна. Ну давайте, давайте, давайте. Вы зайдете. А, да, конечно. Вы зайдете потом, тихонечко, если что, да? Ну быстрее, живее, милая. Ну что вы как амебы в таком возрасте? Я в ваши годы на метле носилась. Думал, не выйдешь. А вы меня разве знаете? Да нет, девонька, я тебя не знаю. Вот ты вскочила, покраснела, побелела. Выкладывай. Что? Все, что знаешь. Если наврешь, убью. А правду скажешь, еще подумаю. Ну? А что вы так зло на меня смотрите? Заметно. Каюсь, притворяться не умею. Говори. Ну, может быть, хотя бы присядем? Присядем мы потом, если я пойму, что есть о чем толковать, ну? Хорошо, будем стоять. В общем, я девушка вашего сына была. Та самая? Да, та самая, которую вы не хотели ни видеть, ни слышать. День рождения Игоря не хотели приглашать. Та самая мышка никакая. Это ведь ваши слова, верно? Хоть вы меня ни разу не видели, вернее, не помните. Я-то вас видела на родительских собраниях. Это, пойдем куда-нибудь. У меня тут деньги лишние есть. Кафешки знаешь поблизости? Угу. Иди. Молодец. Быстро. Ну, давай накатим сначала. Это что, мне? Угу. Так я за рулем. Я тоже за рулем. Лихо. А что за повод? Сразу несколько. Самый главный, у моей внучки сегодня день рождения. Давай за мою внучку, за Танечку. Ну что, нарыл в лесу своем что-нибудь? Улики есть? В смысле, против кого? Что значит против кого? А кто у нас под этим делом с ружьем по лесу шатается? Ну, на егеря, на Ивана. Забыл, что ли? Ну, какого хрена тянешь? Да я не тяну. Дело сложное. Тут, знаете, не все так просто. Сложно это у меня, а у тебя, Семенов, все должно быть просто. Так что, улики есть или нету? Пока нет. Странно это какое-то в последнее время, не пойму тебя. Сережа, может, болит чего? Желудок крутит. Желудок, ну ясно. Мой тебе совет. Оформи для начала егеря Ивана под арест до выяснения. Очень тебе советую. И второе. Ну, у меня же пока нету достаточных оснований. А ты найди. Сентиментальный ты больно, как я погляжу. А думаешь, не это все просто? Я с Ваней с самого детства дружу. Знаешь, сколько мы с ним на рыбалках да на охотах водки выжрали? Ха, не переплывешь. Так что мне теперь сейчас? Из-за этого работу свою не работать? Да уже третий раз рассказывайте про эти рыбалки водки. Сереж, ну надо отвечать за свои поступки, тем более пострадали уважаемые люди. Ха, основания у него для этого ведь недостаточно. Ты, Сережа, сильно умного из себя не корчи. Я, знаешь, тоже добрый до поры до времени. Ну, что ты смотришь? Угрожаете? А это как тебе больше нравится? На вот. Возьми, почитай. Прочитаешь, бери вот за жабры и вперед. Сережа, не надо церемониться. Мы же с тобой не в библиотеке для благородных девиц работаем. Понятно? Есть. Ну вот и молодец. Будь здоров. Я смотрю, вам лучше, да, уже? Лучше, лучше. Я вам дверь починил, пока вы ходили где-то. С гарантией. Ну, надо же,
А я тут месяцами мучаюсь. Сергей Сергеевич! Я мужчину привела. Дверь починить. Сергей Сергеевич! Спасибо, Кузнецова. Долго ходите. Дверь уже починили. Я занят. Ты это, бумажки-то свои, подожди. Я вот тут подумал. Ты или денег много взял, или малость того. Как бы это помягче сказать. Денег не брал и брать не буду, по вашим делам как минимум. И это честно. Ты мне про честность давай не рассказывай, знаю я вашего брата. Не верил никогда и верить не буду. Знаете что, Иван, говорите по делу. По делу? По делу вот что. Я пока тут вашу дверь вешал, поразмыслил. Если Анна моя стреляла, то почему ее не ищут, а? И вот с этими вашими экспертизами. Они какое-то время делаются. Так быстро все не происходит. Что-то тут не так. Молодец. Поймал. Ну, конечно, тут не так. Никаких экспертиз не делал. Я по глазам ее понял. А странно, что вы не заметили. Или сделали вид. По глазам. А я-то думаю. Так бы сразу и говорил. А я тут чуть инфаркт не схватил. Инфарктов не надо. У вас жена на сносях. Вот именно. А вы его вызовете на допрос. Завтра или послезавтра. И скажете ей, что я своими руками собственными убил своего сына. И как она это пьяными глазами своими не увидела? Все, идите домой, Иван, пока отпускаю. Мне вообще сказали вас арестовать до выяснения. А минут назад в строгой форме напомнили об этом. Так что идите. И вот подписка. Какая подписка? О невыезде. О невыезде, а зачем? Подписать я что-то не сообразил, извините. Ну, я пошел. Только это. Что? Вы насчет Анны? Ну, в основном насчет нее. Ну, не знаю. Сами думайте, вы ее лучше знаете. Вы наверняка ее будете на допрос вызывать. Конечно, буду. Все, давайте. Только я тебя, как мужик мужика, прошу. Не мучай сильно, ладно? Это уж как пойдет. Смеялся, говорил, что когда я пою, становлюсь похожа на белку или на кролика. Что вы так смотрите? Я много болтаю, да? Здравствуйте. Вы хоть с ним целовались? Ну, да, было. Круассаны и кофе будете? Рекомендую. А еще? Еще что там было? Круассаны. Да, вот девушки и кофе. А что вы имеете в виду? Да что я имею в виду? Я себя сама знала. Я расшевелить тебя хочу. Ты на похоронах не была. Почему? Честно? Можешь соврать. Долго рассказывать, в общем. Мать не пустила. Елена. Откуда вы знаете? Я не знаю, я так ляпнула. Неправда, я же вижу.
Откуда вы знаете, как ее зовут? Город-то маленький. Подождите, тут что-то не так. Вы ведь не зря пришли в институт, верно? Верно, неверно. Повело, вот бывает. И я рада, что с тобой познакомилась, узнала тебя. Мышку серую. Извини, ладно? Ничего. О, муж мой тарахтит где-то. Меня ищет, пойду я. Анна Александровна, а можно я как-нибудь к вам приеду? Я очень хочу. Я знаю, где вы живете, мне Игорь показывает. Конечно, приезжай. Не надо, Ксюш, не приезжай. Только раны бередить. Поверь мне. Я принес, вот. А женщина что, совсем ушла? Это ваша мама? Да. Что? А, нет, нет. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Стой, Вань! Ваня! Ань, ну слушай, ты куда делась-то? Я 3 круга намотал по городу. Ты куда пропала-то? Гуляла я. Нам гулять надо. Не знал? Что-то случилось, что ли, Тим? Да ничего не случилось. Нет, Вань, ты какой-то не такой. Какой не такой еще? Чего тебе там сказали-то? Да ничего не сказали. Все, поехали домой. Там собаки не кормят. Погоди. У собак полно еды. Скажи мне, легче стань. Ты стреляла или не ты стреляла? В эту принцессу, что ли, стрижную? Ты даешь, господи, из-за этого переживаешь, что ли? Давай, домой поехали. Что-то не хочешь, что ли? Ну, как хочешь. Собаки у него не кормлены. Э, стой, куда ты, чё? Помоги! Ну, ты что, с ума сошла, что ли? Ну-ка, слазь давай, быстро! Не ори! И не надо мне помогать. Здравствуйте. Здесь занято. Неправда. Здесь свободно. А вы Ксения, правильно? Откуда вы знаете? Вы кто? Я веду расследование по известному вам делу. Говорите быстрее, я опаздываю. Позвольте узнать, куда? Туда. Никуда, не ваше дело. Возможно. Скажите, в то утро после выпускного вы приехали домой? Конечно. А куда же еще? А ваш брат был дома в это время? Господи, я не помню. Что вам надо? Неужели вам не интересно, кто стрелял? Нет. А кто? Вы разве знаете? Ваша мама была на охоте, ее друзья, некто Валерий. Отца там не было, это я выяснял. Это отчим. Если бы там был, он бы не стрелял. Он боится взять в руки даже молоток. Молодец какой. Так вы, значит, утверждаете, что ваш брат в то утро дома не был? Да я не помню. Я пришла, легла спать. Все? Нет. А мама вам что сказала? Ну, про все про это, про несчастный случай. Она сказала, что там были браконьеры, которые потом сбежали. Вы что, ее подозреваете? Нет. У меня голова болит, честно. Можно я уйду?
сидим? Приехали. Помоги выйти, а то кол проглотил. А вот и не помогу. Ты должна как-то без меня обходиться. Вот представь, что меня нет. Что-то я не поняла. Ты намылился, что ли, куда-то, а, родной мой? В контору мне надо съездить. Там давно никто не был. Документов лишних полно. Отчетов никаких. Бухгалтерия запущена. Если эти начнут копать, только заодно за это меня можно упрятать. Поеду марафет наведу. Ой, хитришь ты, Ваня. Давно я тебя таким не видела. Выходи давай. Не получится, помогу. Получилось у меня, видишь? Что дальше-то? А дальше? Дальше все. Жди. Скоро вернусь. Катись. Ты что, обиделась, что ли? Ну, подожди. Чего, Иван? А? Думал, что пожизненно, да? Не, брат. Справедливость она такая, сучка. Так. А? Это еще сюда. А ты что здесь? Ну, как что? Вообще-то работаю я тут. Твоим замом. Забыл, что ли? Ты давно здесь последний раз был-то? Вчера, например. Да? Да. Ну, что? Ты что задумал, Иван? Времена меняются, фотографии меняются. Майк, ты это, плакатик-то не забудь. Внукам покажешь, кем был и кем стал. Решил уволиться, да? Так сказать, в кусты. А это не я решил. За меня решили. И вообще все думают, что я в эту бабу стрелял. Ну так, значит, так оно и есть. А денег у меня с ними судиться нет. Ты же знаешь. Ты дурочка-то не валяй. Денег у него нет. Если ты, сука, продажная, что-нибудь про Аньку в суде скажешь, я тебя из гроба достану. Понял? Ты что, пелена объелся, что ли? Что я скажу? Кому про что? Сдурел? Ты не гундось. Я тебя насквозь вижу. Я Ерем захотел стать. Считай, что уже стал. Я сажусь в тюрьму добровольно, сам. На том свете сочтемся. Дорога свободна. Все. Ты, Иван, все, все. Как скажешь, начальник. Гнида ты. А ведь человеком был.
уж какое есть. И что это мы там так экстренно сжигаем, а? Он же не компромат ли какой, Иван Васильевич? А вы следите, что ли, за мной? Да, разумеется, слежу. Я за это зарплату получаю. Что вы? Сжигайте-то. Посмотреть можно? Смотрите. Старые бумажки, нет там ничего. Вот мы сейчас глянем. Какие чудесные осколки, а? А что это? Вот именно, что это? Это что за ружье? У меня оно в сводках не представлено. Это чье? Да понятия не имею. Точно не мое. У Егорыча такого не было. Приезжий ружишко-то какой-то. Эх, Иван Васильевич, а вы говорите, жизнь прекрасна. Рано прогнозы строить. Да ничего я не говорю, молчу. Напрасно молчите. Где жена ваша? Дома, а что? Поговорить с ней успели или не стали? Ну чего молчите-то? Я... В общем, решил признаться, что я стрелял в эту, как ее. Так, понятно. Я так и думал. Тогда пишите заявление. Так, мол, и так стрелял по гражданке Стрельниковой. Из мести по подозрению. По подозрению чего? Того, что вы не в себе, Иван Васильевич. Меньше пить надо, ясно? Не надо на меня кричать, молодой еще. Состаришься с вами раньше времени. Ну что, поехали в отделение, раз нам теперь по пути. Здрасте. Ивана мутузите? Зря. В принципе, он человек хороший. Уж поверьте мне, просто слегка перебрал по жизни. А так, вполне нормальный мужик, когда не закладывает. Удачи. Вам тоже. Что смотрите? Наверное, сказать что-то опять хотите. Опять соврать. А я что-то уже врал. Не что-то, а слишком много. Понимаю, вам хочется выградить жену, но способ, который выбрали, детский сад. Вранье обладает свойством всплывать наружу. И благородные мотивы вам тут никак не помогут. Понятно говорю? Да что-то совсем непонятно. Ну, ё-моё. Все, я вообще больше ничего говорить не буду. Так куда вас подвезти-то? Да никуда. У меня своя машина есть. Прошу вас, пожалуйста, вот с вашими этими деревенскими методами завязывайте. Спокойно все взвесьте и подумайте. Если вас посадят, неизвестно, лучше ли будет. Во-первых, у вас жена без вас не справится, а во-вторых, вас посадить гораздо легче, чем ее. Она все-таки в известном положении. Но если все-таки надумаете сдаваться, жду вас завтра с утра в кабинете с заявлением. Мне от этого только проще. До свидания. До свидания. Здрасте. Здрасте. Вы к нам? Что-то нужно? Только давайте быстрее, а то я замерзну. Ну, я к Валерию вообще-то. А он дома? Он спит уже минут 40. А что? Вы вообще кто? Ну, я родственница. Поговорить надо, а он трубку не берет. Можно я пройду? Я же сказала, что он спит. Я недолго. Слушай, родственница. Мне он сказал, что родственников никаких у него нет, и что он вообще детдомовский. Ну ладно, все мачо врут. Ну проходи, только сама его будь, я с тобой не пойду. И бот сними, я пол помыла. Хорошо.
разговора! Что такое? Я же просил не греметь тут. О, отлично. Ты что тут делаешь? Я от следователя. Поговорить надо. Но сначала, кто эта баба, которая там по кустам бегает? Погоди, тихо, тихо. Тихо, тихо? Нет, не тихо. Я еще молчала, когда ты с матерью моей там то да сё. Но это ладно, это ее дело, мое дело молчать. Но то, что я сейчас увидела там, это вообще перебор. Так что завтра приедет мой отчим, и я уже молчать не буду. Понял? Чего ты хочешь? Хочу понять, кто стрелял в Игоря. Ты? Может, мать моя? Может, брат? Давай, говори быстрее, я злая. Да ты не злая, ты маленькая дура стояросовая. Что тебе там следователь наплел? Интересовался, кто ты такой и откуда у тебя этот дом. Да, так и спросил. Так и спросил два раза. Ну, а что ты ответила? Пожалела тебя, уродца. Не сказала, что этот дом моя мать купила. Давай, говори, кто стрелял в Игоря. Уже всем 100 раз сказано, что стрелял или егерь, или эти браконьеры. Что неясного, девочка? Иди давай, одеваться надо. Опа, а ты чего здесь делаешь? Я по всему городу на одной ноге скачу, ищу тебя. Ты почему трубку не берешь, идиотка? Валера, ты чего голая? А что здесь вообще происходит? Ничего, не шипи. Главное, я теперь правду знаю. Спасибо вам, Валерий Георгиевич, просветили. Чао, мам. Живи, балдей. Что это было? Какую правду она знает? Ты что, раскололся? Ты сдурела, что ли? Я сказал то, что надо было сказать, что стрелял ли егерь или браконьер. Вот и все. Ты чего орешь? Да ничего! Что тебе надо от меня? За кого ты меня вообще держишь? Вы задолбали меня все со своими бизнесами, охотами этими долбанными. Тошнит меня уже. И дом-то сраный костью в горле уже стоит. Валер, ты чего? Я тебе не Альфонс какой-нибудь, ясно? Клоунами тут передними выделываешься. Все, я в этом вашем спектакле не участвую. Ты куда? Куда? Мои вещи, кстати, можешь выкинуть на помойку. До свидания, припадочная. Найди себе кабелька попроще. Уйди отсюда. О, а вы тут меняете так быстро. Жеребец-семенитель. А вы кто вообще, дамочка? Чё ты сидишь, глазами лыпаешь? Ты кто, я спрашиваю? Вася! О, возьмите. Не надо мне этот костыль. Держи меня. Поехали. А куда поедем-то? Не знаю, куда. Может, пока думаете, в больничку? В какую больничку? Ну, она у нас одна в городе. У вас 5 минут назад вообще процедура началась. Капельница. Отлично. Ой, поехали. Скажи, зачем я этот дом купила, а? Ну, хозяин, барин. Быстрее отсюда поехали. Ой, как болит, да? Дай мне костыль, иди заводи уже. Сама справлюсь. Ты почему не на тренировке? Тебя жду. На телефон звонил, он выключен. С маманей поругались, она тебя поехала искать. Ну, допустим, нашла. Зачем меня ждешь? Ты готова слушать? Да, говори. Только при условии, что ты маме не скажешь. Вообще никому. Очень смешно. Говори давай быстрее. Обещаешь? Ну да, да, говори, я устала. В общем, это я убил твоего парня. Ксюш, пойми, я не хотел. Это был несчастный случай. Я стрелял по пустым бутылкам, а там за кустами этот твой Игорь. И все, он теперь мне все время снится, понимаешь? У меня голова раскалывается, мне не с кем поговорить. Я вены себе хочу порезать. Ксюш, да можешь убить меня! Вот. Все. А почему мне никто не сказал? Это все она придумала, да? Молчанку эту, мать наша?
Ксюш, я не знаю. Может, она, может, этот Валерий. Мне плохо. Зато мне хорошо. Ладно, не хнычь. Ксюш, прости меня, пожалуйста, я ведь не специально. Господи, за что мне все это? Ксюш, Ксюш, ну подожди. Ксюш, я не специально, я ж не хотел, Ксюша! О, хорошо, что я вас здесь застал. Вы, наверное, сердитесь на меня, да? Это еще за что? Ну, как за что? Вы же, наверное, ждали, что я дам подтверждение, что вы тогда были в больнице. Но я вас тогда не видел. Я, извиняюсь, спал. А вы не думайте лишнего, доктор. Если вы к Анне, так она дома, открыта там. Постойте, вы знаете, я вот чувствую, вы... Ну, какой-то очень угрюмый. А нам сейчас не до смеха и не до танцев. Если вы к Анне, так идите, открыто там. Хорошо, извините. Хорошо. Анна Александровна, так не выходит. Я заслуженный врач, у меня вон дипломы есть. Я не хочу заканчивать свою карьеру курьезом, понимаете? Ну, в общем, вы должны мне дать расписку, что вы отказываетесь от сохранения в нашей больнице. Какое сохранение? Доктор, я себя хорошо чувствую. Нет, это же такое временное улучшение, знаете. Такое бывает после стресса, а потом все может вернуться назад. Да, как обычно. Спасибо. Скажите, а вот что вот это такое вот у вас? Это баллон какой-то или что это? Да, это обычный самогонный аппарат. Это аппарат такой? Угу. Ягод насобирали. Иван, Игорь. Ну, вот, не пропадать же добро. Полтора мешка. Ну, да. А брага, она, знает, не вечно. Извиняюсь, воняет. Воняет. Так что нагоним чистый медицинский спирт, натуральный. И пригодится на экстренный случай. Анна Александровна, я вас просто не узнаю. Попробуйте. Ну, не, ну что, нонсенс какой-то. Вы меня просто пугаете. Ну, мало того, что вы сына потеряли, так... Не надо. Не надо лишнего. Что там, у вас расписка, и это все?
Да, но я не только врач. Я еще и человек. Расписка — это хорошо. Как-то все у вас, извините, через одно место. Вы что, беспокоитесь, что ли, доктор? Не надо. У меня муж егерь, и он не только животных выхаживал, но и раненых, представьте себе, да? Давайте свою расписку, я тронута, что вы приехали, спасибо. Да, конечно, я сейчас дам. Вот, тут надо расписаться. Вот здесь вот. Сейчас ручка, и вот там да? Расшифровочку фамилии сделайте, пожалуйста. Сейчас, сделаем. Вот. Угу. Ну и потом мне все-таки скажите... Скажу, что... говорю. Вы прекрасный, хороший человек, ответственный врач. Езжайте уже с Богом. Поеду, конечно, поеду. Там у меня работы полно. А я в отпуске. Поздравляю. А я ведь не только еще с этой за распиской приехал. Я вам рецепт привез. Помните, я обещал? А вы тогда в больницу куда-то убежали. Вот. Но это лекарство, оно только в области есть. У нас в аптеке его нет. И это очень дорогое лекарство. Очень. Доктор, и без лекарств женщины рожают. А у Вани подписка о невыезде, ему в область нельзя. Ну, нельзя так нельзя, как хотите. Но если вот это вы не будете использовать, то у вас, я гарантирую, будут преждевременные роды. Ой, напугали. Ну и ладно, флаг вам, как говорится, в руки. До свидания. До свидания. Не, ну я млею с этих врачей. Лекарств у них нет. Приезжают, бумажки какие-то подсовывают. Угрожают. Он что, денег хотел? Да, может, и хотел, Ваня. Сейчас время такое. Все хотят. А ты грубо с ним разговаривал, а он все-таки доктор. Да пошел он, знаешь, куда? В эту самую... Не при беременных будет сказано. Скажи спасибо, что не придушил. Короче, я за бензином поеду, а то бак пустой. Случись, что пешком пойдем, как пленный, ёкарный бабай. Ну, ты за бензином, я надеюсь, не к Егорычу? Не, я на тракторную сгоняю дальше, но оно надежнее. Не заблудись только без меня. Я ж без тебя никуда. Все, побежал. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в смысле, и вам того же. В смысле, не хворать. Вы к кому? Я к вам. То есть к Анне Александровне. Она дома? Ну, у нас прям день открытых дверей. Вань, что там? Ой, так это ж ко мне. Здрасте. То есть к нам. Здрасте. Да я вот пришла. Что, ты пешком пришла, что ли? Угу. Вот дает, а. Это вам. Спасибо. А ты голодная? Ой, ну что я спрашиваю, тут голодная, если пешком пошла, верно? Ну да, если честно. Но можно попозже. Мне бы с вами поговорить полчасика. Поговорим? Вань. А? Ну что ты стоишь, как кол проглотил. Бодрись, знакомься, это Ксюша. У Ксения. Девушка Игоря. Нашего. А это вот
Отец Игоря, Иван Васильевич. Здравствуйте, Иван Васильевич. Ты на родительских собраниях его не видела. Он не ходил у нас. Точнее, мы здоровались уже, да. Девушка Игоря нашего. Ксения зовут. Ну что, красиво. Ваня, у нас там рис вареный и курица в погребе. Вань, а вы не волнуйтесь, мне бы водички просто. Водички попьем тоже с тобой. Это, Анют, так это, может, я за бензином сгоняю? Мало ли девушку куда хочет поехать? Или тебя нужно везти? Только недолго. Ладно. Пойдем. Пойдем в дом, Ксюша. Я ненадолго, но думаю, минут 20 у тебя есть. Леонид Викторович, цветы. А, да. Почти все в сборе. Привет, сынок. Бледненький какой. Привет, мать. Хорошо выглядишь для инвалида. Шутка. Шутка, ну что, почему ты опять в больнице? Вроде уже дома была. Или опять обманули меня? Никто тебя не обманывал. Я домой мыться уезжала и спать. А вообще мне здесь положено находиться. Я тяжело больная, но это так, между нами. Понятно. Ну хорошо, рассказывай, что произошло. А что рассказывать? Ну, кто стрелял? У прокурора спросишь. Да. В каком смысле? Нет, нет, не надо никаких девочек, никаких бухгалтерш. Просто берешь кувалду, выходишь к людям. Они тебя поймут. А Ксюша где? Что значит где? Разве она не с тобой? Здравствуйте, приехали. Полтора месяца у меня не было. Чего вы подумали, что она должна быть со мной? Ты что, шутишь, что ли? Ты дома-то был? Был. Но я там нет. Заходи. Ну, садись. Ты не разувайся. У нас проходной двор тут в последнее время. Спасибо. Я, наверное, не вовремя. Вы не сердитесь? А? Да почему сержусь-то, Ксюш? То, что я... Мне хорошо, что ты пришла. Явилась, словно дочечка родная. Ой, не то я говорю, у тебя ж своя и семья, и мама у тебя красивая, умная. Я вот вижу, что ты ребенок и пользуюсь этим. Это грех. Не говорите так. Вы у меня тоже как мама. Получается, что как бы две у меня мамы. Одна только холодная и злая, а другая почти что родная. Это я про вас, Анна Александровна. Нам нужно как-то вместе держаться. Я всю ночь не спала, думала. Меня только не прогоняйте, хорошо? Да я не прогоняю тебя, Ксюш, ты что? Слушай, а может, она с Валерой? Они вроде сдружились, по слухам. Что значит сдружились? По каким-то слухам? Ты думай вообще, когда говоришь. Она из дома хотела сбежать. Я не знаю, где она. А Валера? Мы тут нашептали, что он ухаживает за Ксюшей. Это так?
Он что, хочет, чтобы я его пристрелил? Или привалил макулатурой в подвале? Это ж твой родственничек, не так ли? Не хотелось бы тут инцестов. Я тебе 100 раз говорила, что это не мой родственник, что это знакомый моих знакомых. И к Ксении он относится как к дочери. Заболел он, уехал в лечебницу. Я тебе, кстати, об этом говорила, ты ничего не помнишь, склеротик. Толку от того, что ты приехал? Я думаю, Ксюха в лес уехала, егерем. Что? Зачем? Это каким таким егерем? У которых паренька подстрелили? Я правильно понял? Я рада, что ты пришла, только на мать ты на свою не гони. Она тебя рожала, мучилась, ждала. Ну, я все это понимаю, но вы же ее не знаете. Я тебе сказала, прекрати и не выводи меня из себя. Сама родишь, поймешь. Нет. Без Игоря детей у меня не будет, не хочу. Ой, нет, девочка, у нас с тобой дружбы никакой так не выйдет. Во-первых, ты мне какую гирю кидаешь, ты понимаешь? А во-вторых, ты уж прости меня, бабу со стажем, но на Игорьке моем свет клином не сошелся. Зачем вы мне все это говорите? Вы что, тоже ничего не понимаете? Все, 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 тихо, прости, прости меня, Ксюша. Зря я приехала. Прости ее. Слышала, у тебя мать что-то хворает, да? Дом-то у тебя знают, куда ты пошла? И мне интересно. Анна Александровна, мне с вами будет лучше, чем там, понимаете? Ты когда успела разобраться, где тебе лучше? А понять я тебя права не имею, Ксения. Ни к чему это не ведет. Ведет. И я уже не маленькая. И с Игорем у нас, между прочим, кое-что было. Я вам не сказала тогда, вы в кафе спрашивали. Что? Солнышко моя девочка, ты беременна-то? Беременна? Не, не такое, конечно. Просто очень много было всего хорошего. Я все-все помню. Я утром на кладбище была. Первый раз. Че молчите? Ведь ты мне сама сказала по телефону, что нашли паренька в лесу, так? Так. Убитого, так? Так. Якобы его подстрелил его собственный отец, поскольку он алкаш и перепутал тир с лесом. Так? Да так, так. Ты меня допрашивать приехал? День добрый. Привезли кого? Босс приехал. Сенька, почему ты решил, что она могла поехать к ним? А то наша мама немножечко болеет. Объясни. Да что тут объяснять? Я просто так сказал. Откуда мне вообще знать, где она? Может быть, она в училище или еще где? Мне вообще на мотокросс пора. Сядь. Я тебя никуда не отпускала. Здрасте. Здрасте. Извините, что я без стука, но мне нужно срочно поговорить с Еленой Анатольевной. Срочно будете говорить со своей женой? Да я бы рад, но, знаете, жены не имею. А кто вы такой? Следователь. Семенов Сергей Сергеевич. Следователь Сергей Сергеевич. Красиво звучит. 3С. 4. Еще фамилия Семенов. Послушайте, СССС, вы сейчас не в своем панельном кабинете, а в больнице, где лежит моя любимая жена. Да я в курсе, но у меня к вашей жене экстренное дело. И я хотел бы поговорить с ней наедине. Я всего лишь прошу вас выйти на минуту, максимум на 5. Наедине. Наедине. Слушайте, а вы случайно не из этих? В смысле? Ну, которые вечно западают на мою жену. Леня, прекрати.
Нет. Точнее, не в моем вкусе. Хотя женщина красивая, не спорю. А вы, кстати, тоже ничего. Да? Да. Много о вас наслышан. Успешный человек и приличная репутация. Что вам нужно? Я же говорю, чтобы вы с сыном вышли на минуту. Сигарету не успеете выкурить, меня здесь уже не будет. Хотя, если честно, я имею право вас выпроводить служебно, так сказать. Имею полномочия от начальства. Служебно? Служебно меня еще никто не просил покурить. Это даже как-то пикантно. Ну что, пожалуй, покурю. Да и с Сенькой поговорю. А вы, это, вы особо Лену не тревожьте, а то накажу. Договорились? Допустим. Сенька, пойдем покурим. Что-нибудь новенькое раскопали? По глазам вижу. Только, пожалуйста, недолго. Я все-таки под капельницей. А я не раскапывал. Я думал. И практически понял, что стрелял не егерь Иван, а вы, Елена Анатольевна, или ваш сын. Это уже слишком. В меня тоже мой сын стрелял? Или я сама рикошетом от дерева? Послушайте, мы в больнице находимся. И ваши уродливые шутки тут совсем ни к чему. Либо вы говорите по делу, либо я сейчас позову мужа. Ну, садись. Рассказывай. Что тут у вас произошло? Я тут полтора месяца меня не было. Она столько дрон наломала. Кто она? Мама? Ну да. Ты лучше ты не ездил неизвестно куда, а дома жил. Прости, пап. Вот так, да? А ты мне не ответил? Пап, ты все спросишь у мамы. Мне вообще лучше отчалить отсюда, понятно? Нет, непонятно. Куда отчалить? Что тебе за выражения такие? У меня соревнования. Сегодня пробный заезд перед чемпионатом области. А я тут один торчу, как сиделка неизвестно сколько. Я вообще-то маленький еще. Да я вообще могу уйти. Но тогда наверх пойдет бумага. На вас или на вашего сына. Или на вас обоих. Я человек маленький. Да делайте вы что хотите. О чем бумага-то ваша? О чем? Напугали, дальше некуда. Знаете что, идите отсюда вон. Вон. Идите отсюда вон. Я пойду. И напишу, что сумел понять. Есть, кстати, некоторые вещдоки. А ваша дочь в лесу сейчас. Видел ее? Посуду моет, собаку кормит. Что? Передник у нее такой смешной. В каком лесу? Я разговаривал с Егорычем. Знаете такого? Нет, я не знаю. Я не поняла, в каком лесу Ксения? Так вот, Егорыч мне ничего конкретно не сказал. Хитрого включил. Но косвенно дал понять, если я буду подозревать кого-то из вас, он готов себя признать стреляющим. На крайний случай. Добавлю от себя за ваши деньги. Так вот, я вам этот крайний случай устрою. До свидания. Стой, стой! Я не поняла, ты зачем пришел? Ты денег хочешь, что ли? Уже ближе. Значит, я на правильном пути. Все дороги ведут к деньгам. Ну хорошо, я слушаю. Мне нужно ровно 25 тысяч евро. Тогда меня нет. Меньше не возьму. Из них мне лично достанется только пятая часть. Слушай, ты что, вообще охренел, служивый? Это стоит 2-3 тысячи максимум. Какие 25 тысяч? Мой тебе совет. Не разводи людей искушенных. Хорошо. Мы поступим по-другому. Не надо продолжать. Денег я, конечно, никаких не возьму. Но раз вы готовы дать целых 3 тысячи, это значит, не егерь стрелял, а кто-то из ваших. Повторюсь, подозреваю, это ваш сын или вы лично. Скорее, первое. Вы знаете, я там наушники нашел. Они могли быть только у вашего сына или дочери. У них телефоны одинаковые, а наушники в комплект входят. У дочки есть алиби, а вот у сына... Пардон. Ладно, хорошо, но не кипятись. Ты мне скажи, что это за люди в лесу? И при чем тут Ксюша? Да при том, пап! Она была девушкой того парня, которого я застрелил. Все ясно? Что ты сказал? Ничего, пошутил я.
стой! К маме иди, я сам на маршрутке. И какое же, интересно, у моей дочки алиби? Ваш водитель подтвердил, что в момент выстрела они вместе ехали с выпускного бала. И теперь, знаете, мой вам совет. Скажите лучше все как есть, мне сейчас. Это в ваших интересах, потому что тогда я буду меньше вас презирать и злиться. И, может быть, никуда ничего не понесу. Кто вообще такой? Кто ты? Ну, ладно. Если вам показалось, что вы при деньгах всемогущие и можете безнаказанно стрелять по детям, а потом врать, что не стреляли, это ваша беда. Не говоря уже о том, что вы письменно оформили догадку, будто егерь сам стрелял в собственного сына. Это перебор, Елена Анатольевна, и такое прощать нельзя. До встречи в суде. Вы мне лично омерзительны. Стой! Стой! Господи, кто этот человек? Кто он? Не можешь объяснить, что произошло? Да ничего, ничего такого. Приходил, понимаешь, на пушку меня брал, гаденыш. Нет, я не про гаденыша, я про Сеню. Он мне тут такое сказал. Кто кого застрелил, а? Господи, где он? На чемпионат поехал. Чего ты? Слушай, ты мне скажи, Леночка, кто в кого стрелял? Он такой несет. Это ведь это бред, да? Это не бред. Это не бред, это так все и было. Но я не могла тебе по телефону все это объяснять, ты понимаешь? Сейчас не это важно, не это. А что? А что? А то, что Сеня все ей рассказала. Она поехала к этому егерю. И что теперь будет? Пожалуйста, иди к медсестре, пусть несет мои вещи. Приехали. Господи. Ой. Садись, подвезу. Да нет, спасибо. Мне далеко. Да поехали. Мне все равно в ту сторону. Тебе же на Северный пруд, правильно? Правильно, но не надо, спасибо. Держи. Твои же вроде наушники. В лесу оставил. Да нет, не мои. Ну ладно. Здорово, тетя Зин. Ой, здорово, Иван. А где дочка-то? Ну, поутру где ей быть, на работе. А зятек твой, Егорыч, отдыхает, что ли? Да ну его, жизнь приказал долго, только не себе, а мне. Не дождется. Трескает, сидит кролика в сметане второго за сутки. Ну, а вот он и нарисовался. Да ладно, сам. Не надо болтать тут. Ага. Видишь, дело, чего не помню. Давай уже, иди. Да, прям. Здорово, Иван. Здорово. Случилось что новенького? Да ничего нового не случилось. Все по-старому. Денег дай взаймы. Ане на лекарство нужно. Ну, там не у кого было прихватить. Ты ближайший. Доктор сказал, 5000 нужно, а то и больше. Выручай. Вот за что я уважаю мужиков. О женах заботятся, трепещут. Я очень за это. Денег таких у меня отродясь не было. Сам знаешь, какая зарплата. Не чета твоей. А если бы были, то ты же теперь мне их не отдашь. За решетку вроде как собирался или что? Передумал? Я к тебе не просто так. Я тебе мотоцикл привез в залог. Выйду из каземата, выкуплю. Нет,
Сам будешь на нем ездить. Ты же его купить хотел. Знаешь, из-за... стройно излагаешь. Только вот расписочку мне пиши. Задолбали вы этими расписками. Один на ней выезде. Теперь ты... Ты что, мне не доверяешь, что ли? После твоего вчерашнего захода не доверяю. За грудки меня хватал. Гнидой обзывался, теперь он, видите ли, ему денег одолжи. Может, для начала бы и изменился, а? Аль слабо. Лучше расписку. На, держи. Ишь ты, силен. Только ты это того, сам прочти. Плох я без очков. Да там все нормально написано. Я за ящик водки оставляю в залог свой мотоцикл. Читай, там размашисто написано. Корыть свою сейчас оставляешь или как? Хотелось бы завтра. Мне на станцию, электричкой туда-обратно, потом к Анне. Ну, хочешь, ночью подгоню. Только тут не 5000 написано. Прям в валюте. 3 зеленых сотенных. Сбрехал, что ли? Иван, как это понимать, а? Че ты мелочишься-то? Мне Ольховские, между прочим, 700 за него обещали, без люльки. Но если не хочешь, я до них доеду недалеко. Ладно. Для порядка надо маленько протрястись, проверить. Ну, давай. А что это с ним? Круг почета поехал совершать. Он же у вас теперь почти егерь. Ой, Иван, жалко ты мне, как вас. Да что ж, прям не сплю уже который день. За что Господь вас так сурово наказал? Не надо, тетя Зин. Не надо. Едет ваш красавец. Да вроде так. Ничего, корыться. Конечно, потрудиться придется. А! На! Держи. На, держи. Пересчитай. Чего сверлишь? Настоящее. Да вижу, вижу. Спасибо. Ладно, поеду я. Ага. Значит, говоришь, я стрелял, да? Как и? Не понял. Что значит, говорю я? Ты ж сам вчера. Иван, ты на что намекаешь, а? Да шучу я, шучу. Савелий Андреевич, здравствуйте. Это Егорыч. Тут такой деликатный вопрос. Ну, сами просили насчет, если что случится. Ну, да, про егеря. Да. Я насчет подписки о невыезде. Угу. Был. Угу. А, леща половим. Конечно. Баску нальете? Обязательно. Сейчас билет куплю. Приходите. Ну что, берем? Куда берем? Пока не за что. Пусть билеты возьмет. Здравствуйте. Электричка до областного центра скоро? Через 40 минут. А мне
туда-обратно. Сколько? Один. 340 рублей. Пожалуйста. О, спасибо. Пожалуйста. Гражданин, минуточку. Документики позвольте. Что случилось? Да у меня удостоверение егеря только. Давайте, давайте. Что на вокзале делал? Что делаем? Билет покупал. Куда? Покажите-ка. В областной центр. Мне в аптеку надо съездить. Туда-обратно, там все написано. Так, все понятно. Аптека пока подождет, мы вынуждены вас задержать. Пройдемте. Тихо. Я не понял, на каком основании? Вы че? Поступил сигнал. У вас подписка о невыезде. Пройдемте с нами. Стой, ты что, не человек, что ли? Подожди, я тебе объясняю. Вот, у меня рецепт, доктор выписал. Здесь нет таких лекарств, мне в область надо. Вы меня здесь не тыкайте, только все усугубляете. Пройдемте, я сказал, пройдемте с нами. Да пошли вы нахрен, баню мою, вы че, совсем что? Отпустите! Алло, бойцы. Ну-ка, погоди. Так, я не понял. Это мой подследственный. Куда его тащите? Что он натворил? Совершил попытку нарушить подписку о невыезде. Все, я могу идти. Не можете. Где взяли его? На вокзале где? На каком? На нашем или в области? На нашем, на нашем. Слышь, служивый, что ты мне тут допросы устраиваешь? Мне некогда тут лясы точить. Я сейчас дежурку определяю, беседуй там с ним сколько хочешь. А мне работать надо. Рот свой закрой, а то доработаешься. Браслеты сняли, протокол мне. Чё ты гонишь? Нет никакого протокола. Составит дежурный. Понятно. Значит, протокол задержания отсутствует. И факт пресечения районной границы тоже отсутствует. И налицо ссадины на лице незаконно задержанного. Пардон за тавтологию. Чего? Билеты он купил? Купил. Сопротивление оказал. Руками махал, мама, не горюй. Ксиву какую-то липовую показал без печати. В чем проблемы? Проблемы начнутся у тебя, и не только со слухом. Браслеты сняли, и все, что изъяли мне, быстро. Давайте. Ладно, не пугай. Нашел тоже тему. Яйца ты слова не стоит. Держи. Что-то еще было, Иван Васильевич? Вообще-то деньги еще были. Да успокойся ты, нужны твои деньги. А вот еще это, рецепт. Иван Васильевич, садитесь в машину. Это я изымаю для дела. Ну, рецепт Анюте выписал. Я говорю, в машину садитесь! Благодарю, бойцы. Услужили. У меня как раз с ним следственный эксперимент назначен. На это время. В лесу. А мне-то чего? Так. Для общего развития. Ты меня здесь жди, я к дежурному. Рассказывайте, что на этот раз случилось? Что рассказывайте? И так не ясно, что ли? Мне не ясно. Как вы на вокзал добрались? На мотоцикле, правильно я понимаю? Ну, не пешком же идти, на нем, на мотоцикле. Ну, и где мотоцикл? На вокзале стоит. Где же мы еще быть-то? Хорошо, значит, на вокзал едем. А деньги? Что деньги? Ну, деньги у вас откуда взялись? Вы мне божили, что у вас не гроша за душой. Одолжил. У кого? На сколько? Тебе какая разница? Мои проблемы. Да? Тогда, может, обратно в отделение подвезу? Быстрее будет. Ладно. И там ваши проблемы решат. Быстренько. Чё ты заводишься сразу? Ну, вырвалось. Егорыча занял. Точнее, мотоцикл ему продал. Мотоцикл за 300 баксов? А что было делать? Доктор приехал, говорит, выкинет она без вариантов. Ну там, капсулы эти, таблетки надо было, выписал рецепт, пришлось. А что делать-то? Песня вы, а не егерь. Детский сад, ясельная группа. Ну, ладно, я постарше буду. А толку-то? Есть толк. Значит, во сколько у вас электричка-то? Да не знаю, ушла уже, наверное, больше часа они меня там промурыжили. Тогда какого хрена мы сейчас на вокзал едем? За мотоциклом, нет? Ё-моё, что мне такое наказание?
А что, в область едем? Ну а какие? У нас другие варианты, что ли? Отлично. Давайте назад, прячьтесь. Да, ложитесь. И одеялом накройтесь. Там живы? А? Сидите тихо, не вылезайте. Эй, подожди, подожди, подожди. Слушай, все причиндалы затекли. Особенно крестец. Может, я выйду? Меня же здесь никто не знает. Зато меня знают, и машину мою тоже. 3 минуты потерпите. Подожди, деньги-то возьми. Не злите меня, Иван Васильевич. Потом сочтемся. Все, спать. Обычный дилетант в медицине, простите. Я вам повторяю, этот препарат нужно использовать в специально созданных для этого условиях. Иначе покупать глупо. Ну, смотря что вы имеете в виду. Пока что все выглядит как набивание цены. Ну, не знаю там, разве для того, чтобы вылечить человека, нужен шелковый шезлонг? Шезлонг не нужен, но сопутствующие препараты и аксессуары нужны. Вы зря острите, молодой человек. Мне все равно, конечно, покупайте, пожалуйста. Только вы деньги выбросите, а использовать на благо его не сможете. Тут нужен полный комплект. Я не понимаю, почему врач этого вам не сказал. Знаете что? Я уже во как наелась с этим лекарством. А потом возвращаются, приходят и жалуются. И вы тоже вернетесь. Мое дело предупредить. Хорошо. Уговорили, но только благодаря лаку для ногтей. Красиво. Вам идет, такое редко бывает. Так сколько за все? 9500. А при чем здесь лак? Как? Ну, вас же Таня зовут. Да. Ну, а вы говорите, при чем здесь лак? Бейджик у вас Татьяна Сергеенко. А насчет того, что я вернусь, тут вы правы. Встречал? Чего? Александровна, мне интересно. А что с вашим папой было дальше? Ой, глупая история получилась. И смех, и слезы. Он у меня начальником смены на коровнике работал, и ему металлическая стружка в глаз попала. Вот он заметался, ему больно было, он же не видит ничего. Сует руки и хватается за все, что не попадя. Там доильный аппарат. Короче, умер от тока. Ой. От простой розетки. Мне тогда 7 было.
А может, чаю? Пойдем. Угу. Что случилось? Я же вижу по вам. Дело Сережа принимает очень крутые обороты. А я тебя не узнаю. Ты врываешься в больницу, хамишь раненой женщине, оскорбляешь подозрениями людей. И каких людей? Оскорбляешь, причем голословно. Сергей Сергеевич, ну, дорогой, ну, мы же с тобой, ну, не в ботаническом саду работаем. Мы в системе работаем. И подставил ты не себя, а нас. Прежде всего, меня. Ну, ты хоть это понимаешь, а? Вот какая тебя муха укусила, Семен? Всякому цинизму есть предел. Это, между прочим, ваши слова. Простите, Николай Андреевич, если бы с вашей внучкой подобное случилось. Шла, скажем, по парку, и тут бац, какой-нибудь не в меру оборзевший сынок из ружья. А потом выясняется, что нужно войти в положение, что серьезных людей обидели, и что это вообще вы стреляли, предположительно. И должны сидеть на том лишь основании, что накануне вечером вас видели в этом парке подвыпившим. Это перебор. Если я не прав, скажите, попытаюсь понять. Вот. Про внучку ты это очень плохо придумал. С этим не шутят. А я не шучу. Да рот закрой. Вообще, помолчишь, когда с тобой старшие позвали, разговаривают. А хочешь своими дряблыми мышцами потрясти, ты доказательства сначала предоставь. А проводить психические атаки – это мы все можем. Толку-то? Много ума не надо. Глупо, потому что хуже. Хуже Семенов. Да, Сережа, испортил ты мне настроение по полной программе. В общем, жду тебя после обеда. Или с доказательствами, или с заявлением об уходе. Все, свободен, правдолюбец. Расположились, хорошо сидим. Ну и чувствуете себя как, да как на природе, как в лесу. А я за нашу встречу тост скажу. Угу. А я тебя закусить. Себе грамулечку. Жена у меня в интересном положении. Тебе тоже по возрасту не положено, я вам молочка. Же. Спасибо. И давай уже говори, а то тянешь кота. Да. Начинай, заканчивай. Ксюша свой человек. Да я говорю, говорю. Точнее, не я говорю, а Кутузов сказал. Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках, а стреляют егеря. А, как? Красиво звучит. Это я про себя, Ксюша. А вот тебя я где-то раньше видел, а? А вы Игоря на мотоцикле учили, помните? Вы меня тогда еще прокатили, посадили назад, сказали, держись за живот. Так страшно было. Вы злой были, прям бешеный. Откуда у него живот-то? Она к кладбище не была. Похоже, твои едут. Сиди, Ва. Во место! Здрасте. Здрасте. Родители, Ксюша, за тобой приехали. Я думаю, что тебе с ними нужно уезжать. Я рада была познакомиться с тобой. Вон и мать твоя идет на костыле еле. Я с ней разговаривать не буду, мне нервничать нельзя. Вань, дай мне курочки кусочек. Так от аппетита, от запахов разыгрался. Спасибо. Ты гостей прими, угости. У нас тут все.
свежая. Проходите. Ты что в мою семью-то лезешь? Ты кто такая вообще? Ваня, ты гостей! Пригласи к столу. Угощайте, у нас все по-домашнему вкусно. Попробуйте. Женщина, а не вы... надо. Пусть идет гуляет. Сами разберемся. Здрасте. Отойдем к Сине? Поговорить надо. Зачем? Садись. Здесь все свои. Свои? С каких-то пор здесь все свои. Ксюша, скажи мне, ты зачем здесь? Захотелось. Поехали домой. Ты плохо выглядишь. Жалко, ружьишки у меня все поотобрали. Ну ничего, можно по-другому. И так сойдет. Извините, не поздоровался. Это Игорь, я правильно понимаю? Да. Правильно понимаешь, Лень, егерь. Если бы я тогда в тире за тебя не вступился, шею бы тебе точно свернули. С трубочкой, может быть, до сих пор бы ходил. 30 лет прошло, крутой стал. Не узнаешь меня? Погоди. Господи, это ты? Ванька Антонов? Тот самый? Нет, не тот же самый, Лень. И знаешь, в чем между нами разница? У тебя сын есть, а у меня нет. Так, мужчины, давайте вы про свое, а мы по девичьи. Ксюш, пойдем? Не хочу! Ксюша, детка моя, скажи мне, что происходит, а? Ты зачем здесь и кто тебе эти люди? Кто мне эти люди, я еще не решила. И хватит называть меня деткой. Оставьте меня. Так. Так, граждане, товарищи. Я здесь хозяин. И двор мой. И что? Я вас могу вежливо отсюда попросить. Или на крайний случай пострелять. А нет, так по-другому. Ты еще маленький. Еще. Ты очень многих вещей не понимаешь. Ты хочешь остаться без мамы и без папы? Нет, я тут какие-то выстрелы просто. Это я, дядя Оля. Это я его застрелила. Нет. Смотрите, бандиты проходили. Мать позови. Это я его застрелила. Ты ей рассказала или нет? Ничего не сказала. Смолодушничала вся в тебя. Все? Успокоилась? Довольна? Поехали домой. Нечего тут воздух портить. Поехали? Поехали! А ходят слухи, что это я собственного сына застрелил. Вот прям взял, набухался и застрелил. А я здесь при чем? При том, что этот слух пустил ты, красавица. Иван, не надо. Помолчал бы ты, Леня. Дальше что? А знаешь, что за это бывает? Что? Что? Шею можно свернуть. Иван Васильевич, не надо. Пожалуйста. Ну, не надо, так не надо. Раз девочка говорит. Ну что встали? Поехали домой. Ты слышал? Леня. В роддоме. Привет. Да была. Вот сейчас к Ване домой вернулась. У нас Игорь теперь нет. Слышал?
Ну да, да. Мне в город надо. Женскую консультацию. Давай, давай. Ну я ж это, я ж не в город, я ж на заправку. Ну, а? Ничего, не ну, спеши, ладно. Не спеши. Давай, давай, аккуратно. Ага. Только если толк-то есть, меня ж только до города керосина хватит. А там встану. Ну? Анну мою не видала? Нет, не было ее. Она теперь к нам не здоров. Ходит. Все работаешь? Да, так работаю. Как же без работы-то? Ушла куда-то, хреново. Ничего, ты говоришь хреново. Только не тебе, а мне с этим. Ой, в гроб он меня загонит. Здрасте. Я Ксенечке. Стрельникову. В таком большом сроке и на тракторах, вы уже извините. Женщина, я вам вот что скажу. Мне в прошлый раз из-за вас так досталось, а я работу не хочу терять. Вон, Сенечкины друзья, идите поговорите с ними. А я ничего не знаю, вас не видела. Поймите меня, женщина, я с вами говорила только, что вы в этом положении, понимаете? А так мне за болтовню не платят. Мне платят за молчание. Извините. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Коль, подожди. Еще надо мне там. А, ну, хорошо, подожди. Да. Это я здесь, я буду. Да, да, да. Мальчики, здравствуйте. Я присяду? Да? Мне сказали, вы Сеню Стрельникова знаете, да? Ну да, а что? А это племянник мой. Вот не знаю, где он. У него же автокросс по вторникам и пятницам. Ну, сегодня пятница. А. Они к чемпионату готовятся. Ага. Или он у мамани в больнице? В больнице? А случилось что-то? Да постреляли в нее. Кто? Бандиты. Но она крутая, она их тоже не слабо почикала. Ага. А этот автокросс, вот он где? За Васильевкой, где озеро. Знаете? А, где Северный пруд? Да. Ага, ага. Спасибо. До свидания. Коль, милый, теперь нужно на этот Северный пруд, что ли? А, да, я знаю. Слушай, у меня там бензина-то нет, 1.5 литра всего лишь, вообще ничего. Ну ничего, заглохнешь, так я пешком пойду. Слушай, да, давай, да, давай лучше в роддом, а? Нет. Если серьезно, это лиха подальше, тоже рядом. Ну что, я похожа на сумасшедшую? Ну, это, если много. Есть. Давай, ну, давай, давай, давай. Аккуратно. Ага. Давай. Здорово. Здорово, следователь. Анну не видел. Не могу найти, пропала. Нет, не видел. А что случилось? Да эти приехали, а она подышать пошла. Бедная чуть не умерла. И вот до сих пор нет. Подождите, я ничего не понял. Кто приехал? Куда приехал? Ну, эти, которые шьют дело на меня и на Анну. Изверги. Сначала дочек пришла, ну, ты видел. Потом они нагрянули. Она пошла подышать, и до сих пор нету. Я все здесь объездил. Слушай, ну надо звонить куда-то.
в поликлинику, там, в роддом. У меня даже телефон нет. Твой при себе? Да, при мне. Сейчас позвоню. Она без вас бы никуда не уехала. Вы с ней поговорить успели? Да чудак, человек, жена пропала, блин. А как я с ней поговорю-то, блин? Алло, да, Кузнецова? Это я. Я по делу. Срочно обзвони больницы, роддома и полицию. Записывай. Антонова Анна Александровна. На 9-м месяце. Да, та самая. Все, жду. У тебя есть 3 минуты. Поехали. Город в любом случае. Никто не должен знать, и ты забудь. Не было ничего. Ничего не было. А не могла она к этим сесть? Исключено! Да. Да, долго, очень долго, Кузнецова. Ну, говори. Это все? Ясно. Спасибо, отбой. Ну что там? Ничего. В больницах нет, в полиции тоже. Ну вот, Анин, говорил же, не доедем. Все? Все. Тут еще он 2 километра топать. Ну так 2, это же не 6. Дойду. Ну, спасибо тебе, Коль, на, держи. Чего ты? Ань, это же обручальное кольцо. Ну и что, подумаешь, надо будет еще купим, если только вряд ли надо будет. Знаешь что, ты из меня дурака-то не делай, ладно? Ладно, спрашиваю? Ну, ладно. Ой, слушай, подожди-ка. А у меня тут еще кое-что есть. Сейчас я тебе отблагодарю. Знаешь, оно... Это на, вот это тебе держи. Все, пошла я. А ты с трактором здесь, что ли, останешься, да? Эх. С тобой пойду. Зачем? С трактором потом разберемся. Не надо, я одна, мне нужно там быть. Это важно для меня. А рожать начнешь по дороге, тогда что? Ну, как начну, так и закончу. Подожди-ка, слышишь? Это какой-то грузовик, что ли, да, или самосвал? А, у них бензин, да, у тебя соляры. Да у нас топливо-то одно, так как хрен он даст? Сейчас народ, а ушли. Да ну ладно, что, бабе беременную, что ли, 2 литра не нальет? Слушай, Анют, ты мне скажи, ты какого черта несешься одна вот беременная, а? Стучится что? Мне что, Иван потом пристрелит? А, я понял. Ты к пацаненку их не выйдешь, да? Вот этого семейства, этого макулатурщика-строителя, да? Не, я правильно понял, Таня? С чего ты взял-то вообще? Да полгорода об этом говорит. И нож тебе зачем, а? Господи, мама! Ты что удумала? Да ты мне скажи честно, я тебя не пущу никуда, слышишь? Стой! Стой! Анют, а ну-ка, уйди, уйди, дорог, без баб обойдемся. Героиня. Чего машем, командир? Слышь, да вот встали на полдороге. Бак на нуле. Может, отольешь полбедра, будь другом. Сколько накинешь? Да если бы было что кинуть, мы бы и сами заправились бы. А то вот видишь, я какая. Хороша, а? Да. Это ты на тракторе сюда забралась, а? Да. И пчелы нынче народ пошел, а? Я к врачу ехала, не доехала. Что за врач? Больница в другую сторону. Слышь, брат, время, а? Лучше я ее закину, так быстрее будет. А на обратном пути так и быть я тебе отолью. Ну что, невеста, запрыгивай. Ага, спасибо. Ань, погоди. Оль. Слышь, мы на пару слов, а, брат? Давай, давай, только быстро, а я пока крутану. Да мы мигом, мигом. Оль, что ты? Пошли, пошли. Ань. Чем? Да. Ты мне вот что скажи, Аня. Аня, я свой. Это... Пусти, больно. Это с Игорем-то как-то связано, а? Игорь. Да. У него, когда стреляли, у него телефон был в руке. И я
Слышал, он так коротенько застонал. Знаешь, как будто душа отошла, и все. Его уже больше не было в живых, а телефон все работал. Все работал. Аня, Аня, а дальше? Дальше? Дальше что? Дальше голос закричал, мальчишка. Я слышала точно, я помню, он такой был другой, такой звончее, что ли, знаешь, ну как будто помладше. И это не Игорь голос был, это пацан их, это я чувствую. Они все говорят, что там детей не было, а это не так, я хочу сама. Я просто его увижу, я послушаю голос его, посмотрю. И я у него спрошу, кто это сделал. Пусть он мне сам скажет. Был он там или нет? И все, Коль, мне больше ничего не надо. Аня, ты сейчас не себе. Слушай, там разберутся, кому это надо. Слушай, не ходи тут, а? Я нормально все. Мы, ну, погоди ты, мы народ соберемся, надо, слышишь? Да какой народ, ладно? Ань, ты глупость-то не наделала, а? Едем, едем! Да едем, едем. Помоги лучше. Ты же баба разумная, а? Разумная. Давай. Ой, держи дверь. Давай, давай, давай. Аккуратно. Давай, давай. Ой. А чем она в последнее время интересовалась? Чего хотела? Ну там, не знаю, что угодно, любое. Говорила что-нибудь. Капусты квашеные хотела. Да я не об этом, Иван Васильевич. Я не знаю, там, может, на море хотела или платье пошире. Что угодно. Ну, вспоминайте. Ну, про пацана спрашивала. Про какого пацана? Ну, про их пацана. А зачем? Ну, я точно не вникал. Он говорит, одним глазком хотя бы посмотреть на него. Ну, она же голос его по телефону слышала. Слушай, это что ж значит, а? Это значит, что надо ехать на Северный пруд, на кроссовую трассу, быстро. Давай быстрее, Иван Васильевич. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Вы похорошели, что, влюбились, что ли? И богу, краску загнали. Здрасте. Здрасте. Скажи, зачем мы столько накупили всего? Как будто у нас праздник какой-то. Лучше бы я лишние 2 часа поспала. Эта женщина беременная опять приезжала, про сына вашего спрашивала. Да вы что? Я могила, как вы просили, Елена Анатольевна. И что было потом? Потом она пошла в песочницу. Больше чего не знаю. С ребятами там разговаривала и на тракторе уехала. А в какую сторону? Туда? Туда. Ну, это давно было. А что? Да что же она пристала-то, а? Дрянь беременная. Так, Людмила, помогите, пожалуйста, пакеты донести наверх. Ксения, иди домой. Я с вами поеду. Иди домой, я тебе сказала. Не надо мне противоречить. Возьмите ключи. Нахалка. Я прошу вас, пожалуйста, дотащите. Я не понял. Пошли. Я не понял. Да пошли уже. Быстрее, Стрельников! Я им фору даю. Фору? Это что за новости такие?
И откуда такая мания величия? Давай быстро. Или пехом у меня пройдешь штрафной круг. Понял? Стрельников, быстрее. Готов? Пошел. Метров 200. Ага. Спасибо тебе. Береги себя. Помоги, толкни сзади. Не могу. Руку, руку мне дай. Да, не надо, парни. Парни, спасай.
не так. Да что ж ты делаешь-то? Блин, я никогда не делал, не получается. Сюда! Неси его ко мне! Как всегда, вовремя задолбали. Держись, держись, Сеня. Держись, дорогой. Держись. Сейчас, сейчас. Тихо. Да подожди ты. Ой. Сейчас. Сюда. Да. Держись. Ой. Господи. Да, да. Дыши. Поворачивай. Ой, сюда. Дыши. Так, так. О, все, вода. Вода пошла у него обратно. Обратно, говорит. Шину. Поднимай. Вот. Сейчас, мой хороший, сейчас. Алло. Анатолий. Алло? Да, я. Вы почему трубку не берете? Я вам звоню уже третий раз. Это что такое? Что? Сеня? А что с ним? Да не знаю я. Что значит не знаете? Вы где? Анатолий, вы где? Вы рядом с ним или где вы? Что происходит? Я не поняла. Искусственное дыхание делать. Какое искусственное дыхание? Искусственное дыхание делаете? Вы разговариваете со мной, делаете искусственное дыхание? Я не поняла, вы что, пьяный, что ли? Да, да, да женщина он какая-то беременная. Анатолий, уберите, пожалуйста, эту женщину немедленно. Немедленно уберите оттуда эту женщину. Она его задушит. Вы слышите меня? Алло. Что? Алло! Что случилось? Мам, что случилось? Тихо! Давай быстрее на трассу! Сеня! Вот. Жми, жми сюда, давай. Жми его. Давай. 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 Господи, мой живой, Господи. Сеня. Скорую, иди вызывай скорую. Ой. Ой. Сеня. Ой, Господи, воды. Отошли. Господи, какая же я дура! Мам! Что там произошло? Скорая! Пожалуйста, я хочу вызвать машину на Северный пруд, трасса автокросса. Мам, ты можешь сказать, что случилось? Ленка, скажи, что там произошло? Мам, мама. Лена! Ой. Ты сейчас не ори, ему отдохнуть надо и себя прийти. Тебя вообще не спрашивали, руки свои убери. Мам, руки, я сказала, убери. Убери руки. И мама. Тише. Мальчик мой, что она с тобой сделала? Скажи, что эта дрянь с тобой сделала? Ну, скажи мне хоть словечко. Ну, все хорошо, только тошнит и холодно. Вася, чего стоим? Воду неси! И плед какой-нибудь! Сейчас плед принесу.
Елена Анатольевна, не трогайте его. Он еще в шоке. Пусть просто полежит, подышит. Он с трассы слетел, перевернулся, наглотался воды. Но мы его откачали. Мы? Кто это мы? А почему он с трассы сошел? А ты вообще где был, инструктор хренов? Я же не могу за ними, за всеми следить. Все согласно инструкции. Согласно инструкции? А это тоже здесь согласно инструкции? Мам, прекрати, я тебя прошу. Ты молчи вообще! Ты не знаешь, ты не рожала. А ты что, спятила, что ли, вообще, а? Ты что думаешь? Ты думаешь, он специально в твоего сына стрелял? Специально, да? Ты представляешь, что у него на душе сейчас творится? Представляешь? Что ты улыбаешься? Что ты смотришь на меня? Я тебя просто трогаю! Лена! Успокойтесь! Вы просто перенервничали. Во-первых, у женщины начались схватки. Во-вторых, она прыгнула в воду и спасла Сеньку. Если бы не она, то все! Сенечка, это правда? Мам, я ничего не помню. Я пить хочу. Давай воды! Я пить хочу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ксюша. Ничего не тебе болит, скажи мне. Не плачу. Хорошо. Сыночек. Сейчас тебя накроют. Все хорошо. Мам. Подождите его, наверное, сейчас скорая приедет. Сейчас, сейчас. Мам, ты куда? Ладно, давайте. Ну ты куда пошла? Воды, да? Ты что, не слышала, что ли? На. Помоги! На. Господи, да что же ты такое, а? Я... Мама, ну куда ты идешь? Я воды просила. Я тебе дала воды, пей! Что ты еще от меня хочешь? Этого не хватит. Сейчас, сейчас, я принесу, сейчас. Эй! Что? Рожать собралась? Да я не собралась, я уже рожаю, воды-то отошли. Нет, ты подожди. Я ничего не умею. Ты подожди, сейчас приедет скорая. Ты терпи давай. Я ничего не умею, я вообще ничего не могу. Сейчас скорая приедет. Да, что ж ты такая трусливая-то? По кабанам-то стрелять ты первая? Ладно, медучилище какое-никакое закончила, вон руки мой. И полгода проработала, я все про тебя знаю. Дура ты, я техником зубным работала. Хорошо, что не сантехником. Все это из-за тебя, принцесса. А я здесь при чем? При том, что не врут про детей, понимаешь? Детям не врут, помоги мне. Господи. Давай поднимайся, дура ты! Господи, дурында! Вот возьми. Что? Возьми. Что это? Возьми. Поможет. Ай! Мама! Скоро эта хренова приедет! Что? Ну, сделай что-нибудь! Ну, что пожалуйста. Я сделаю? Что? Иди к брату, брату, иди, Ксюшка, брат, иди. Что я сделаю? Ай, не могу больше! Ну, пожалуйста, мама! Помоги, мам! Сейчас. Помоги мне, я не могу терпеть уже! Помоги! Мама! Иди отсюда, сами разберемся. Иди. Ноги раздвигай. Юбку поднимай. Давай. Руки давай. Ой, я не могу. Ари, давай, тушься. Давай, мама! Душься!
Чует мое сердце, что здесь не так. Скорая здесь зачем? Да не болтайте, а смотрите на дорогу. Еще перевернемся к чертовой матери. А что он там, как черепаха, тащится? Подвеску бережет. Вот, все у нас так. Куда ни ткни. Через задницу. Медицина. Да не болтайте. Вот, нашла. Открывай. Винтик доставай. Да? Давай, тьма твоя. Сколько хватит? Еще столько же. Ну как ты, мать? Ничего не знаю. Давай завязывай здесь, наверное. Я не знаю. Здесь. И так потуже. Острое что-нибудь принеси. А, сейчас. Нож! Туже, потуже, потуже, потуже. Вот. Давай, еще вот здесь. Че, уже? Да. Уже. Нож есть? Вот подойдет. Анют, ты как? Ксюш, возьми у меня там сумки. Возьми. Сейчас. Давай перекисью его поливай. Давай, двигайся сюда, сейчас будешь пуповину резать. Кто? Я? Ну, а кто? Я, что ли? Папаша, давай. Давай, давай. А где? Здесь. Давай. Ну, да. Давай. Все. Так? Так. Только у мамы ничего не спрашивай. Хотя бы сегодня. Хорошо? Чего? Да ничего. Она тебя очень любит. Я сейчас. Надо же. О, у Игорихи брат родился. Спасибо тебе. Спасибо. Чуть-чуть. Прости. Прости меня. Сеня! Сеня! Тихо. Пойдем, нечего смотреть здесь. Давайте быстрее! У Игорюхи-то брат родился. Ну, скорая. Так, идите. Давайте, ребенок. Не дал. Носилки! Быстрее! Быстрее! Меня подождите, я с вами. Ленка, я
трогайте сейчас. Отвезите домой детей, мы вас догоним. Правда, так будет лучше для всех. Пойдем, пап. Хуже. Вы, оказывается, героиня. Теперь все наладится. Вы большая умница. Умница, правда. То, что сегодня произошло, это очень и очень хорошо. Вы правда так думаете? Да. Пойдемте. Я вас отвезу. Сейчас сказать, когда в следующий раз я попаду в эти места, хотя и интересно узнать, как сложится судьба этих людей дальше. А оба уголовных дела были закрыты. Первое по несовершеннолетию стрелявшего, второе по примирению сторон. А у меня, наконец, появился повод с чистой совестью уволиться из органов. Хочу начать все сначала, пока не поздно. Семью хочу. И детей.